Добрый вечер, дорогие друзья. Андрей Владимирович, добрый вечер вам тоже. Добро пожаловать у нас в нашем зале, в Яблоке. Сегодня мы собрали не только членов партии, что у нас, правда, нередко бывает, но в этот раз у нас особенно пестрый состав. Но всех вас, всех нас объединяет одно. Мы озабочены проблемами, которые существуют в нашей родной Москве. Мы испуганы тем, что происходит. Мы боремся с этим. Многие из тех, кто в этом зале, уже даже и пострадали в ходе этой борьбы, но, к счастью, не сдались и пришли сюда. И наша задача, как мы видим сегодня, объединить наши усилия по защите Москвы. Меня зовут Михалева Галина Михайловна. Я буду вести сегодняшнее заседание как модератор. Я зампредседателя Московского Яблока. И два слова о том, как у нас с вами будет проходить наша работа. Сначала выступит Сергей Сергеевич, потом у вас будет некоторое время, чтобы задать ему вопросы, ему ответить. Потом у меня есть целый ряд записавшихся на программные, я помню, на программные выступления. Это 7-10 минут по отдельному направлению. Потом мы хотели бы принять документ, проект которого мы вам предложили. И потом будет возможность выступить у всех желающих в более коротком масштабе или там по второму разу, уже где-то по 3 минуточки. Я буду следить за временем, вот у меня есть специальный инструмент, если я зазвонила, значит, ваше время истекло, и надо потихонечку завершать. Ну, чтобы не тянуть время уже сейчас, я предоставляю слово Сергею Сергеевичу Митрохину. Спасибо всем, кто откликнулся на приглашение. Это была моя инициатива пригласить сюда всех, кто с нами работает. Кто-то больше, кто-то меньше работает, но неважно. Критерий, по которому я хотел, чтобы пришли сюда люди, это реальная работа с реальными проблемами в тех местах, где эти проблемы существуют. А проблем этих много, и существуют они везде. Но сейчас, я так понимаю, у нас около уже 30 районов здесь представлено. Еще один, даже уже больше. Потом надо будет сказать, когда закончится регистрация. Это важный момент. Мы хотели собрать не просто вот группу москвичей, активных москвичей, но еще и москвичей, представляющих значительное количество московских районов. Это принципиально важный момент. То есть охват должен быть широким, с моей точки зрения, вот для такой встречи. Почему эта инициатива возникла? Она возникла ввиду очень серьезных событий, сдвигов таких серьезных в повестке жизни города Москвы и политической, и экономической, и социальной. И вообще, я бы даже сказал, экзистенциальный. Потому что вопросы сейчас, которые в этой повестке стоят, затрагивают просто жизненно важные интересы граждан. Жизненно важные. Как они будут жить, где они будут жить, вот, что с ними будет происходить и так далее. Сегодня, конечно, на первом плане у всех, на первом месте у всех в этой самой повестке так называемая реновация. Но я не буду рассказывать про это. Все про это прекрасно знают, что это такое. Вот здесь собрались люди, которым не нужен ликбез и не нужны никакие азы, так сказать, политпросвещения. Вот. Но я хочу акцентировать внимание на том, что реновация не единственная далеко глобальная проблема, которая сегодня существует в Москве. Реновация – это такой заключительный аккорд на данный момент, а перед ним еще были очень важные такие сделанные такие вот музыкальные фигуры, вот если этим, на этом языке говорить. Была у нас кампания властей по принятию так называемых правил землепользования и застройки. Вот, значит, это
сейчас об этом как-то вообще никто не говорит, и никто не знает про это. Кроме, ну, вы все знаете, но я имею в виду, широкая публика, широкая общественность не знает. Слушания прошли в ноябре. После этого было затишье. Потом стала бушевать реновация в апреле. Под шумок вот этого шума реновации тихо-тихо приняли ПЗЗ вот эти самые. Никто не заметил даже. Я сам узнал только через неделю, что правительство Москвы утвердило эти ПЗЗ. Вот. И сейчас еще мало кто знает, но в некоторых районах уже вот это рвануло. И здесь есть люди из этих районов. Я их потом обязательно попрошу высказаться. У них точные застройки начались именно как следствие вот этого самого ПЗЗ. Но власть сдерживает сейчас этот процесс, чтобы не усугублять раздражение. И многие вот эти стройки точные в спящем виде сейчас существуют, не реанимированы, сдерживают застройщиков, потому что если к этому добавится, к реновации, вот это еще и это добавится, массовые застройки по реализации ПЗЗ, все, это с Москвой будет неизвестно что. Этого боятся уже чиновники. Вот. Но это не единственное, опять-таки, что предшествовало реновации. Еще мы знаем проект 200 храмов, и он тоже продолжает будоражить Москву отдельно, точно, в разных местах. И там тоже много точек, которые еще не выстрелили, а вот ждут своего часа, ждут своего момента. Вот. Я не буду продолжать, есть еще другие проблемы. Я не хочу затягивать свое выступление. Я хочу еще раз вернуться к мысли о том, что мы переживаем новый качественный этап в развитии этой ситуации. Ситуация становится критической в буквальном смысле слова. Это кризис, серьезный кризис, политический, экономический и всякий прочий. Ее качество меняется, она переходит в новое качество. Это уже... когда мы должны говорить не о том, что, как раньше мы говорили, что наносится ущерб отдельным группам и категориям граждан, и мы должны защищать, как-то им помогать. Нет. Сейчас под вопрос ставится вообще судьба самой Москвы. Вот все это в совокупности, вот это новое качество означает, что, в принципе, Москве, как мегаполису, как целостному организму, сегодня угрожает такая мутация, ее по-другому нельзя назвать, вот именно мутация, ну, которая может просто закончиться очень серьезным коллапсом. Коллапс это иметь будет очень много измерений. Это и переуплотнение, это вот эта лавина точных застроек, реновация, что такое, стартовые дома. Где ставят? Уже мы знаем, где ставят. Вот Олег Георгиевич здесь, я увидел. Да, вот он уже знает, что в Останкино это рядом с Цандера 7 будет в сквере. Это самое, стартовый дом. Вот. У меня вчера было две дискуссии с сторонниками реновации. Они сказали, а ничего, никаких точных застроек не будет. Мы же здесь уберем дома. И потом укрупним, и будет большой один дом вместо вот этих четырех. Вот. Но между этими четырьмя вообще-то там зелень, там зеленые насаждения, даже если так. А во-вторых, а где стартовые площадки-то вы будете строить? Вот на Пресне там несколько сотен. Во-во-во, вот все возвращается. Я говорил всем, с кем мы боролись против точных застроек и победили. Вот как и на Климашкина, Катя присутствует, Калацкая. Я тогда говорил с грустью, что победа – это, к сожалению, временная. Потому что все это свято место пусто не бывает, и сюда вернутся. И вернутся с удвоенной и утроенной энергией. И продолжат все это. И опять нам придется защищаться. Так вот, к чему я это все говорю. Я хочу напомнить ситуацию, которая сложилась в 2004-2005 году. Тогда, когда стало выходить вот из кризиса конца 90-х экономического страна, и появились деньги, и появились вот эти шальные инвесторы в большом количестве в Москве, и началась вакханалия точных застроек.
Но вакханалия — слово, которое мы тогда, вот я тогда применял, оно сейчас уже кажется каким-то детским лепетом на лужайке, как говорится. Вот. Но тем не менее, по сравнению с предыдущим этапом, это был всплеск. И было, надо было что-то делать тогда. И что-то, и не просто вот одних усилий нашего яблока московского или моих лично, я понимал, что это недостаточно. И что что-то надо придумывать, противопоставлять. Тогда мы придумали комитет защиты москвичей, так называемый. Вот я стал его председателем. Там еще был такой исполнительный секретарь, небезызвестный Алексей Анатольевич Навальный. Вот. Он потом, правда, этим особо не стал заниматься. Он пошел по другим. Но неважно, он сыграл большую роль. И когда в 2007 году мы добились от Лужкова постановления 714 о запрете точных застроек, это постановление, безусловно, сбило волну. Безусловно, это можно было наблюдать просто своими глазами. И была создана специальная, кстати, комиссия межведомственная во главе с Кузьминым, главным архитектором города. И многие застройки мы остановили благодаря этой комиссии. Просто приходили, он встречался с реальными людьми, вот, которые узнавали про эти планы и приходили их оспаривать. Я к чему это говорю? Этой победы мы бы не добились тогда, если бы не было вот этого самого комитета защиты москвичей. Вот. Ну, вот, это было достигнуто, и потом кульминация наступила. Он как-то сам собой рассосался и прекратил существование. А сейчас я вижу необходимость снова создать такую структуру, потому что, ну, просто физически вот я уже не справляюсь. Я позавчера, например, у меня на 4 точки ездил в разных местах Москвы, вот, то и очень разнообразная тематика, и реновация, значит, в одном месте хотят в реновацию, дом 32-го года не включили, вот, хотя обещали еще 15 лет назад включить, и повторно обещали сейчас, и не включили. Другая ситуация, хотят, наоборот, не хотят, да, насильно включили, вот, ходили в управу Марьиной Рощи, им обещали, что включат. Не включили. То есть наоборот, им обещали, что не включат в реновацию. И включили. И точная застройка вот подмосковная. И еще одна точная застройка, но в другом месте. Вот это та ситуация, в которой мы живем. Поэтому я вижу острую необходимость в создании какой-то подобной аналогичной структуры, той, которая была, Комитет защиты москвичей. Единственное, что название немножко уже это устарело. Я бы его с удовольствием возродил. Вот. И даже бы Навальному предложил снова стать исполнительным секретарем. Но не то это. Уже не речь идет не о защите. Это важная задача, но она не, получается, не самая крупной сейчас. Вообще сейчас речь идет, как я сказал, о спасении Москвы от того, что с ней сейчас творят. И поэтому я вот с такой инициативой выхожу и пригласил вас всех для того, чтобы ее обсудить и поддержать, если вы согласитесь с ней, создать комитет спасения Москвы. Вот. Как он, значит, документ у вас есть, это вот проект. Мы, ну, с некоторыми, не со всеми не было возможности с таким количеством, естественно, людей обсудить. Но с некоторыми обсуждали, посылали. Вот, там основные изложены моменты. Его, конечно, можно подправить. Но я бы не хотел, чтобы сегодня бы устроили дискуссию по каким-то запятым в нем там, и отдельным словам. Потому что суть там изложена примерно, ну, то, что реально происходит. Потом мы можем что-то добавить. Вот, и если мы сегодня создадим такой комитет, и заявим об этом открыто, об этом узнают наши оппоненты из мэрии, а это будет очень серьезный шаг. Тот самый шаг, кстати, которого не хватило на митинге прошедшем 14 мая. Вот такой вот аккорд, завершающий, точка, когда что-то дальше продолжается. Не движение там какое-то рыхлое, абстрактное, а именно вот такой вот структура с более строгой повесткой.
которые начинают действовать, и порядок, техника этих действий, это все мы обсудим, это все следующий этап. Но сегодня, как мне кажется, вот очень важно создать такую структуру. Вот, поэтому я всех прошу высказать свое мнение по этому поводу. На этом заканчиваю выступление, но потом еще, наверное, скажу несколько слов. Ну, Сергей Алексеевич поскромничал. Комитет защиты москвичей не только добился прекращения точной застройки или ее приостановления, он добился еще двух очень важных вещей. Он добился введения в Москве поста уполномоченного по правам человека. Это было именно достижение Комитета защиты москвичей, а не кого-либо другого, ну и партии «Яблоко» заодно. И во-вторых, в-третьих, он добился прекращения застройки и сужения границ особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день многие эти завоевания уже утрачены, и я, коллеги, хотел бы буквально полминутки потратить на ретроспективу. 10 лет назад вносятся изменения в земельный кодекс, которые возлагают на каждый субъект федерации обеспечение земельными участками для многодетных и других льготных категорий только за счет земельных ресурсов субъекта федерации. Примерно 7 лет назад вносятся изменения в закон о железнодорожном транспорте, который предусматривает, что вот те электрички, которые раньше ходили на 300 километров, и на которых дачники могли доехать до соседнего субъекта, они прекращают свое существование, и люди должны ехать себе на дачи на двух, трех, с двумя-тремя пересадками. В 2004 году принимается жилищный кодекс, предусматривающий возможность выселения людей без предоставления другой жилой площади. В этом году предпринимается почти успешная попытка принятия закона о реновации. Одновременно в этом же году президент подписывает очень важный закон о том, что заменяется двузвенное местное самоуправление однозвенным. Что это значит? Это значит, что если раньше было два звена, было районное местное самоуправление и местное самоуправление на уровне поселений, то местное самоуправление на уровне поселения отменяется, и люди, которые раньше могли пойти получить справку, нотариальное заверение документа, ну, в километре от своего места жительства, должны будут ехать в другой конец района. В Московской области это будет 20 километров, в Карелии 40 километров, в Тюменской области 100 километров. То есть практически упраздняются малые населенные пункты. Вы скажете, какое значение имеют эти законы? Как они связаны друг с другом? Мне кажется, что они имеют очень важное значение и с учетом ликвидации фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах, с учетом ликвидации малокомплектных школ, они являются законами об одном и том же. Примерно 10 лет назад Эльвира Набиуллина озвучила, тогда казалось, совершенно безумную концепцию о том, что 90% населения Москвы, населения России, извините, должно проживать в 9 агломерациях. Должны быть созданы огромные агломерации, 30-20-миллионные, так называемые железные джунгли, как их тогда крестили журналисты, и население должно быть туда переселено. Территория страны должна быть зачищена от населения, и люди, если они там работают, россияне, должны работать там вахтовым методом. Два месяца пожили в Москве, приехали в Владимирскую область, собрали урожай, обратно вернулись в Москву. Для кого собираются зачищать эти земли, я не знаю. Но мое представление, что и закон о реновации, и ПЗЗ, и другие странные законы преследуют одну единственную цель – реализовать эту безумную концепцию. Тогда эта концепция встретила сопротивление специалистов, а широкая общественность ее не заметила, политики крутили пальцем у виска, люди из администрации президента смеялись и говорили, что вот дура какая вообще, что она придумывала. Да? Но эта концепция не умерла, она сегодня пытается реализоваться в нашей жизни. И оговорка Собянина, что реновация позволит нам получить 2-3 миллиона новых москвичей, это не какие-то прожекты, это реальные планы современных московских властей. Мы с вами видим, что если население Москвы в 90-м году, когда я был избран депутатом Совета, составляло 7 миллионов 200 тысяч человек, а уже через 10 лет на рубеже веков в стране кризис, люди из страны уезжают, население падает, люди вымирают, а население Москвы составило уже 10 миллионов. А сегодня никто не знает, сколько людей живет в Москве. Самые осторожные оценки экспертов – 11 миллионов 800 тысяч. Самые крутые и резкие оценки экспертов – 15 миллионов. Ну, истинно, очевидно, лежит посередине, примерно 12,5 миллионов человек.
а инфраструктура социальная, транспортная, жилищно-коммунальная, на это количество людей не рассчитано. Да, мы в Москве рады, что к нам люди приезжают, и нам нужны рабочие руки, но мы не хотим, чтобы сюда приезжали люди, которые вытесняли москвичей, потом сами становились москвичами через 5 лет и тоже попадали в такую же ситуацию. Они деньги забрали, Москва из их кармана средства выкачала, теперь они уже не нужны, они поселены в эти каменные джунгли, их тоже отбросили и ждут новых людей с деньгами для того, чтобы дальше обкрадывать россиян. Эта концепция не должна быть реализована. Она опасна для всех. Она опасна для коренных москвичей. Она опасна для тех, кто сюда приехал 10 лет назад. Она опасна для тех, кто сюда хочет приехать через 10 лет. Она опасна для тех, кто сюда не хочет приезжать. Она опасна и для наших соседей, потому что иллюзия того, что эти люди, там китайцы, таджики приедут и будут работать на наших полях, наших шахтах, она придет к сверхэксплуатации этих людей. Ну, 5 лет их будут эксплуатировать, ну, 10 лет. В конце концов, они скажут, хватит, они восстанут, и просто пройдет кровавая революция. Просто пройдет много-много маленьких майданов по всей территории страны. Это не нужно никому, кроме тех людей, той кучки специалистов, в кавычках, который реализует эту безумную концепцию. Я, друзья, убежден, что ни одна власть сегодня не способна этому противостоять. Я общался по роду своей работы и с первым лицом страны, и с первым лицом нашего города. Мне сложно говорить о нравственности этих людей. С моей точки зрения, это не безнадежные люди. С моей точки зрения, это люди, с которыми можно вести диалог, можно разговаривать. Но я твердо убежден, реальной картины того, что происходит в стране, ни президент, ни мэр не представляют. Они живут в иллюзорном мире, который для них создают институт экономики города и другие вот такие вот квазинаучные структуры, паразитирующие на науке и создающие иллюзию того, что вот можно там дороги сужать, можно там миллиарды на реконструкцию дорог в центре Москвы тратить, тогда что денег много, на всех хватит. Поэтому, друзья, я поддерживаю идею создания Комитета спасения Москвы. Я предложил бы, может быть, не знаю, согласиться со мной или нет, чтобы председателем этого комитета стал Сергей Сергеевич Митрохин. Я уж не знаю, согласится ли со мной Сергей Сергеевич Митрохин, но я бы направил предложение Алексею Анатольевичу Навальному стать ответственным секретарем этого комитета. Я думаю, что вполне достойная фигура. Сергей Сергеевич его упомянул, я здесь в этом плане думаю, это хорошее. Другое дело, примет или нет Алексей наше предложение. Чем мог бы заняться комитет? Я вижу 3 основные направления. На самом деле их больше, но основных 3. Первое – это массовые публичные акции, объясняющие власти, каковы реальные настроения людей. Второе – это экспертная работа. Научная экспертная работа, не просто говорить, что нам это не нравится, долой, долой, вон, вон, но конкретный анализ тех нормативных актов, что уже приняты, и тех, что планируют принять. И третье – это просвещение. И просвещение в первую очередь жителей, но не только. Просвещение чиновников, просвещение полицейских, просвещение судей. Общаясь с этими людьми, я вижу, что часто эти люди живут в фантастическом мире, в иллюзорном мире, в сказочном мире. Им в голову вбили мифы, и они в эти мифы верят. И они действительно, принимая очень ответственные решения, в том числе от имени Российской Федерации за судебной печатью, они искренне убеждены, что нарушая закон, обходя закон, они приносят некую пользу нашему государству, что они действуют в государственных интересах. Хотя, как мы с вами прекрасно понимаем, к сожалению, это оказывается не так. Вот 3 основные направления, друзья. Успехов нам с вами в нашем общем деле, в нашей общей работе. Спасибо. Я думаю, что сегодня собрались специалисты, можно сказать, актив нашего города, да, я правильно понимаю, и члены Яблока, и активисты различных районов, которые хорошо понимают, что сейчас происходит с городом, в общем-то, какая катастрофа, здесь уже об этом очень хорошо сказали предыдущие ораторы, и, наверное, нет смысла об этом говорить заново. Вот. Само собой, что эта ситуация связана однозначно с нашими властями, в данном случае,
с тем, что ну, Москву, правительство Москвы, например, в данном случае, да, возглавляют абсолютно некомпетентные люди, которые просто, кроме всего прочего, с готовностью, как мы видим, совершают всевозможные преступления в отношении москвичей, да и просто россиян. Вот, собственно, что мы и видим при принятии ПЗЗ, при принятии вот этой программы реновации, так называемой, которая, в общем-то, не существует. Понятно, что с этим надо как-то бороться. Вот то, что я услышала сегодня, я, в общем-то, не совсем понимала, сегодня приходя на встречу, какова тема, то есть существует ли та структура, которая сегодня декларируется, или ее еще нет, мы должны создать новую. Насколько я поняла, эта структура существует, комитет спасения москвичей, Москвы, да, как я понимаю. Значит, вопрос возникает технически сейчас. Мы, к сожалению, столкнулись вот и в ходе организации митинга последнего, я вот затрону такие технические вопросы, с вашего позволения. Мне кажется, это интереснее, чем обсуждать наши общие проблемы, которые и так все знают. Значит, мы столкнулись с тем, что действительно, несмотря на то, что там какие-то нехорошие люди были внедрены в оргкомитет, все это очень активно обсуждается в сети, но по большому счету сама идея провести неполитический митинг, она в некотором смысле имела основание, несмотря на то, что там она действительно была внедрена. Но работая на земле, я, например, ежедневно сталкиваюсь с тем, что люди шарахаются от слова «политики», «партия», политические деятели и так далее. И это составляет огромную проблему в нашей работе. То есть сразу буквально вот это слово, само слово, сам корень, да, семантик вот это вызывает недоверие у граждан. Я понимаю, наверное, с чем это связано. Действительно, ведь, в общем-то, активно ведется шлемование любого человека у нас в обществе, к сожалению, со стороны властей, который хоть что-то пытается изменить. И это делается настолько энергично и эффективно, что люди на местах, вот обычный человек, который каждый день ходит на работу, смотрит телевизор, он, естественно, начинает с недоверием относиться абсолютно уже к любой партии. Вот, нам нужно каким-то образом решить этот вопрос, потому что создавая какие-то дополнительные структуры, да, вот мы фактически, во-первых, ну, получаем какой-то отпор от тех структур, которые уже существуют. У других партий там уже насоздавали у нас и структуры, штабов, и то все, так сказать, хотят работать, активные люди существуют. Те, кто не хочет работать, естественно, не будут работать ни в комитетах, ни в штабах, ни там в советах, ни в прочих структурах. Значит, нам нужно что-то придумывать. Конечно, от политики никуда не уйдешь. Но как пробиться к психологии нормального обычного гражданина? Вот я хочу здесь поставить вопросы перед нами. Как сделать так, чтобы их не пугало партийная символика, как их привлечь к реальной работе? Ведь, понимаете, вот они видят символику любой партии, причем я вот уже просто замкнулась, ой, нет, это вот эти, они, наверное, нехорошие, мы не будем с ними, вы, главное, там без политики сделайте. И с этим мы ничего не можем сделать. Это наша реальность, к сожалению, на сегодня. Значит, таким образом, опять же, создавая, например, комитет или совет какой-либо новый, мы сейчас рискуем столкнуться с тем, что какие-то там люди скажут, да у нас уже есть комитет, да мы не хотим под яблоко, мы не хотим еще там под кого-то и так далее. Как сделать так, опять же, вот продумать вот эту психологическую составляющую? Как сделать так, чтобы люди пришли? Может быть, сделать упор именно на практическую составляющую работы? То есть что мы конкретно сейчас можем предложить? Я, конечно, очень не люблю такое слово, как сервис, вот, но по большому счету, наверное, мы должны что-то людям сейчас предложить, какую-то очень жесткую конкретику, в результате которой они пойдут вот именно в этот комитет, в этот штаб. Кроме того, я хочу напомнить, что ведь вот я, например, со своей инициативной группой хамовников вхожу в очень такую интересную и цельную структуру под названием «Московская городская коалиция». Эту организацию создавала в свое время, в том числе Елена Русакова, член партии «Яблоко», которая, надеюсь, тоже вот к нам присоединится вскоре. Она, я так поняла, опаздывает. Вот. Но, значит, вот такая структура тоже существует. То есть каким образом эти структуры между собой будут взаимодействовать? Может быть, по принципу сети лучше их разместить, а не по принципу там какой-то шапки. И дальше по делам будет понятно, кто из этих организаций, какая из них будет более сильной, скажем так. Вот у меня сейчас
больше вопросов, чем ответов на эти вопросы, я честно скажу. Мое выступление не сформировано до конца, потому что я, в общем, не совсем понимала, каков сегодня будет разговор. Но мне кажется, работать мне бы очень было бы интересно и с Сергеем Сергеевичем, там из партии «Яблоко» с огромным интересом, с огромным уважением отношусь. Сергей Сергеевич – это вообще замечательный человек, он житель района Хамовники, но который совершенно самоотверженно боролся за какие-то объекты, которые очень далеко находятся от его дома, и, в принципе, он мог бы ничего и не делать. Но он искренне помогал и сделал очень много для того, чтобы в нашем районе не было реализовано очень страшных, чудовищных проектов. Это и Комсомольский проспект, я хочу сказать, это и жуткие совершенно гаражи на радиоактивных отходах, это и стройка балетное училище, конечно. Это крупнейшие объекты, жуткие просто, которые Сергей Сергеевич просто, ну, без его помощи мы бы не справились. Поэтому мне бы было это сотрудничество очень интересно. Я считаю за честь вот сегодня приглашение сюда. Но нам надо вот действительно эти вопросы серьезно в ходе какой-то работы подробной, может быть, такой внутренней даже, разобрать. То есть сейчас выделить тех людей, которые конкретно будут работать. Потому что мы можем здесь все обсудить, пожаловаться на то, какой плохой Собянин и все остальные. Вот, но мы ни к чему не придем. Вот нужна какая-то нам конкретика. В общем, вот все, что я хотела сказать. Мы создаем не партийную структуру. Партийная структура у нас есть, и она работает, и продолжит работать, и будет работать. Но мы столкнулись как раз с той проблемой, о которой сейчас Саша сказала. Что часть людей, с которыми мы работаем, ну, они не готовы именно с партией взаимодействовать. У них другие взгляды, допустим, либо они просто не хотят, либо взгляды те же самые, но они не хотят быть партийными. Это их право полное, и мы его уважаем. И из уважения к ним как раз мы и создаем такую структуру. Я помню, как это работало, когда был комитет защиты москвичей. Вот мы через эту структуру с нейтральным названием как раз и делали комфортной работу с нами для этих людей. И тогда, кстати, тоже существовало множество других структур, что-то там создавали уже и было и так далее. Это никогда нам не мешало, и им мы никогда не мешали. И здесь нет никакой конкуренции. Если у нас будет дееспособная структура, к нам придет, мы расширимся сильно. Не будет, не сможем поставить эту работу, ну не получится, ну что делать. Но тогда получилось, и вот я надеюсь, что и в этот раз получится. Извиняюсь, что вот еще раз взял слово. Я хотела бы перейти к чисто профессиональной оценке и действиям, потому что, как правильно сказал Сергей Сергеевич и Бабушкин, это все долгая цепь и длинная, это политика, преступное правительство, связанное с ее полной некомпетентностью, уничтожением целого ряда наук, которые занимаются у нас вообще потребностями страны. Но манера вообще селять людей у нас еще с академика Заславской, когда мы уничтожили 165 тысяч деревень и мелких поселений хуторов. Никто не помнит. Вот напоминаю. И под ура! Агрогорода у нас должны были быть. 12 тысяч, ездить кукурузу, это лущить, надо было на автобусах, и там парки автобусные создавались за 40 километров от города. Вот. Но я хотела напомнить нашу борьбу по генплану. У специалистов есть знаменитая шутка «Какое счастье, что ни один генплан в стране не был реализован до конца», потому что делается на 25 лет, а современная жизнь очень быстро меняется, и невозможно предугадать, что будет через 15 лет. Но наш генплан последний, который «Яблоко» очень много внесло поправок, имел массу достоинств. В частности, там было достаточно четко указано, что мы будем застраивать, как мы будем расширять всякие парки, сады и прочее. Сейчас про это забыли, вы знаете, что в ПЗЗ у нас вообще все объявляется территориями одного типа, и у всех отнята земля. Вот поступили сообщения, Росреестр уменьшил в 3,5 раза стоимость земельных участков тех планируемых к сносу домов и вообще домов в Москве. Работа продолжается, уже 2 недели идет. И повысил в 5-6 раз стоимость
кадастровую стоимость земельных участков, вот этого ужаса, который тут понастроили, значит, и куда собираются. Это официальные данные. Мы должны, как партия, сделать запрос, ну и приложить это в открытом доступе. Что это означает в сочетании с жгучим благоустройством? Это означает следующее. Не имея возможности справиться с экономическими проблемами страны и вовсе не занимаясь этим, предполагается, что вместо 40 миллионников городов, которые нам по чину положены из-за структуры производительных сил и количества населения, мы решаем проблемы появления 40-50 миллионной агломерации московской, куда свезем всех, кто только в силах, и превратимся в крупнейшую в Европе пустыню. Уже сегодня у нас колоссальные проблемы с водоснабжением города. Так что разговоры о том, что всего 2-3 миллиона у специалистов вызывают просто ужас. На сегодня мы 70 тысяч квадратных километров территории обезвоживаем. И полив вот этот безумный во время дождя, тут на днях я тут разглядывала, это преступление против страны и в дальнейшем преступление в год экологии, против человечества. Что такое реновация? Я бы хотела, чтобы мы в нашей пропаганде и агитации, в которой чрезвычайно нуждаются наши граждане, объясняли бы, что такого термина юридически не существует. Нет такого термина в нашей стране и в строительной практике. Есть немецкое слово и французское слово «реновирт», «реновире». Это означает реконструкцию. Реконструкцию. И весь мир умеет малоэтажные дома и пятиэтажные реконструировать самым лучшим образом. Но наш строительный бизнес это совершенно и категорически не устраивает. По той простой причине, что я вынуждена вам сообщить, что мы в двух шагах от банкротства крупнейших наших строительных комплексов от товарища Делепаски до кто там еще чем-то, и от дефолта. Эта лихорадочная деятельность во многом связана с финансовой несостоятельностью. Уже 46 месяцев они в прогаре, и вопрос стоит об объявлении одновременно вот банкротства этих компаний. Стараясь их спасти, была придумана эта программа. Что нам нужно сказать гражданам? В Москве 300 тысяч человек стоит в очереди на квартиру. За время Собянина очередь возросла на 7 лет, с 23 до 30 лет. Все, кто стоят в очереди, могут забыть о своей очереди. Более того, уже несколько раз обкатывалось предложение. Если ты и дети стоишь в очереди, ты, наконец, умер, какое счастье, то дети с очереди снимаются, а внуки тем более. То есть возобновление очереди не предусматривается. Далее, значит, очередь не интересует, господин Собянин. У нас нет такой программы государственной в Москве. То есть она есть, ликвидация очереди, но она не исполняется. Второе, коммунальные квартиры. У нас осталось около 3000 коммунальных квартир. Всего. Это ровно на один год расселения. Программа прекращена, деньги на нее отпущены по-прежнему. Не интересует. К реконструкции, то есть к реновирту этому, это отношение не имеет. Программа также провалена. Вот о чем мы должны спрашивать и задавать, и объяснять людям, потому что кто работает на земле, тот сталкивается с полным непониманием людей того, чем они владеют. Главный тезис – наш дом старый, ему 40 лет, что дом живет 150, 180, 300 лет. Этого представления нет. Второй наш тезис – гнилые полы не основа для сноса. Это все равно, что голову рубить, потому что она болит вторые сутки. Трубы ржавые не основа для сноса. Это безумная политика, безумная. Что предлагает объяснять людям еще одну вещь. У тебя есть какая-никакая квартира, 48 метров, тебе предложат 50, теперь ты мне объясни, а вот зачем тебе это надо? У тебя устоявшийся образ жизни, ты ее отремонтировал с огромным трудом, да, тебе тесно, но ты и поешь ту же тесноту, только туда, куда Макар телят не гонял. И еще какую задачу не решает это для, так сказать, значит,
это то, что это покрытие провала Новой Москвы. Полный провал в связи с тем, что забыли посчитать, сколько там поселений. Ну, это такие глупости, понимаете? Вот. И какого они характера, и какова структура. И главное, я уже много раз говорила, напомню вам, один из важнейших аргументов. Советская власть за 100 лет вместе с товарищем Лужковым и Собяниным с 4 метров жилищной обеспеченности в 1914 году довела до 10 метров. 73 метра у нас в Норвегии, 56 метров в Швеции, 53 метра в Соединенных Штатах. У нас даже в Румынии 48 квадратных метров. Итак, задача важнейшая – это и 5 метров с 51 года не меняется норматив постановки на очередь. Так в Китае больше. Поэтому я предлагаю, я уверена, что мы, работая с практикой, с людьми, мы будем делать с вами иллюстративный материал, конкретный, с изображением, с краткими текстами, для раздач. Потому что люди наши мыслят, и вообще люди мыслят глазами. Без этого нам не обойтись. Нам не обойтись без маленьких газеток. Нам не обойтись от раздач. И, конечно, безусловно, мы должны постоянно, хотя это уже, наверное, надоело, да, разоблачать, что такое активный гражданин, это безумство. Мы вынуждены будем людям говорить следующее. Права обладания собственностью не решаются на собраниях. Не решаются. Две трети, кстати, жилищный кодекс ни о каких двух третях не говорит. В жилищном кодексе сказано, что для того, чтобы уменьшить общее имущество, нужно 100% согласие собственников. А мы уменьшаем его до полного исчезновения. Ну, снос – это что? Значит, надо 100% согласие. Ничего мы не отчуждаем. Эти все ПЗЗ не совпадают с кадастром, кадастр не совпадает с БТИ. Если вы возьмете три документа, вы увидите, что там все еще существуют наши участки, но в ПЗЗ уже ничего не существует. Но не существует никаких границ, ничего, если вы тщательно лист за листом, да. И, наконец, вот эта вот идея, что вот это ничего упало в цене, а то ничего поднялось, позволяет нам вести соответствующую оценку и агитацию. Хотя, конечно, я согласна, ужас перед партиями и как они там, кто там, кого они еще боятся, забыла. Течение движения. Навального не бе... Да, до ужаса. Послушайте, у нас так, не сейчас. Навальному посвящено наше собрание, извините. Итак, значит, мы, да, люди этого боятся. Что, ну, мы тут вот с членом регионального совета Григорием Семеновым постановили вдвоем следующее, что кто боится, тот в лес не ходит. Та часть, которая боится, я уж не говорю, что она не пьет по утрам шампанского и что-то еще там не делает. Вот, значит, кто совсем боится, они поедут в Калужскую область. Пожалуйста. Нет проблем, потому что это освободит путь к настоящей реконструкции. Знаете ли вы, что 7/8 этих домов предназначалось для реконструирования, а именно для квартиры 2 должны были превращаться в 1, а часть расселяться. Их проекты делались таким образом, чтобы мы расселяли население. Об этом благополучно забыли. То есть, вот, пожалуйста, та часть, которая хочет, не хочет видеть яблоков и прочих там, кого еще там не видят в упор, пожалуйста, мы не можем им запретить сделать свой выбор. Однако им, да, следует задуматься над тем, у нас есть немножко иллюстративного материала, они получат перепад высот от пола до потолка 20 сантиметров, значит, тут 2,45, а там 2,65. И ремонтируй, пожалуйста. Вот. Падающие двери, обрушающиеся перегородки, это реальные совершенно события такие вот. Пожалуйста, и 2 миллиона на ремонт. Поэтому
давайте работать с теми, кто, тем более работа будет долгая. Поэтому сегодня они боятся, руки боятся, что-то или глаза что-то там боится, да, а руки делают. Давайте с этим лозунгом мы пойдем к нашим москвичам и все будем завершать одной фразой. Когда эта власть для вас что-то делала? Сулакадзе Олег Георгиевич, район Останкинский. Конечно, после таких блестящих выступлений очень тяжело, но попробую соответствовать. Друзья мои, сегодня 17-й год, я считаю уместным вспомнить вот столетней давности события, в связи с чем? Во-первых, мне кажется, что Владимир Ильич Ленин, как бы к нему ни относились, у меня свое отношение достаточно критичное и так далее, но надо отдать должное, что политтехнолог, он был блестящий, и кое-чему надо поучиться. В каком смысле? Он вычленен из всех огромных проблем для такой страны, как Россия, отсталой, неграмотной и так далее, он вытащил ключевые вещи и сформулировал их таким образом, что люди его поняли. Это прежде всего там земля крестьянам, и тучи, миллионы людей побежали в ту сторону, в какую надо. Больше того, даже не только в одной стране, полмира на уши было поставлено благодаря тому, что были выбраны правильные лозунги и целевая аудитория. Вот сегодня у нас разговор идет такой, ну, квалифицированный, я еще раз говорю, вот блестящие ораторы были. Но, с одной стороны, это два процесса из того что, посыла, который я сказал. С одной стороны, надо пропагандировать, просвещать и говорить. С другой стороны, конечно, надо отдавать отчет, где мы находимся и какой рюкзачок памяти у нашей страны и у нашего населения. Поэтому надо с одной стороны говорить и просвещать, с другой стороны надо туда и спускаться и говорить тем языком, который будет понятен. Я вот после митинга пришел, мне там довелось выступить, я от своих друзей получил кучу звонков, они мне говорят: Олег, а почему ты против реновации? Мне, значит, полчаса надо рассказывать, что я родился, простите, в чахоточном подвале, где у нас половина народу были на учете в диспансере туберкулезном. 11 метров было, нас было четверо. Мое место игры это было под кроватью у прабабушки парализованной. Те люди, которые мне звонили, они знали, что я так жил. Я в хрущобе потом жил. Они не могли, конечно, поверить, что я не желаю людям добра. То есть я с ними объяснился, но это полчаса. А основная масса людей, когда слышат, что мы против реновации, они слово, что мы против закона, убирают, они слышат, что мы против реновации, что мы против того, чтобы было улучшение. Это же не так, поэтому надо сформулировать вещи таким образом, чтобы нас понимали. Мы не против улучшения, мы не против улучшения такой ценой, но надо это сделать достаточно так емко, броско, чтобы люди понимали. Теперь еще к тому, где мы находимся. Опять вспоминаю классиков. Еще раньше один мудрый человек сказал и сделал вывод о том, что ради получения прибыли капитал готов на любые преступления. И сейчас мы это наблюдаем. Действительно, что такое город Москва? Полезных ископаемых нет, промышленность уничтожена и так далее. Как один остается ресурс, но он золотой, это земля. И сейчас вот эта вот битва за землю идет, и надо представлять, кто нам противостоит. Москва поделена, то есть мне по своей вот этой активности приходилось тыкаться по разным дыркам, начиная от уборки мусора и кончая застройки скверов, и оказывается, что за каждым метром стоят такие уши. Если вы там коснетесь уборки мусора, это господин Абрамович и господин Чайка, там еще другие фамилии такого же уровня. Если вы скажете, что у вас приборы учета воды не работают в домах, они у нас не работают, мы все платим в 2-3-4 раза больше, потому что нам начисляют по нормам. Знаете, да, как приборы учета индивидуальные есть, если они сломаны, то по нормам. То же самое по дому. Так там, значит, господин Виксельберг и так далее, и так далее. Живого места нет. Поэтому надо себе представлять и быть готовым к тому, что если мы вот в это дело сейчас впрягаемся, то это очень серьезно, и очень, это игра на деньги. На большие это серьезно, куда мы влезаем. Вот.
И еще один момент, конечно, да, действительно, вот это вот тотальный страх перед политическими партиями, я тоже через это прошел. Когда мы там митинговали против застройки сквера, значит, мы там скучковались, говорим, нет, партий никаких, мы за сквер, мы ни за какие партии. И еще раз, вот сейчас эта эволюция происходит, она происходит по всему городу, и все однозначно понимают, что вопросы застройки – это градостроительная политика, вопросы культуры – это вопросы культурной политики, что вот слово этого бояться не надо, и оно все равно вылезет, нас политика достанет обязательно. На это надо вот с открытыми глазами, вот как Татьяна Васильевна сказала, кто боится, тот вверх не ходит. Вот надо это сейчас осознавать и признавать. Мне бы хотелось, чтобы та структура, которая создавалась, она была вот сугубо прагматичной, что... Ну, вот там уговаривать, митинговать, там рубаху вырвать, это не годится, этим обладают все, и уже, ну, это отторжение вызывает. Надо разговаривать, надо работать, надо предлагать конкретные конструктивные решения и, ну, действительно пытаться объединить вокруг вот этого все прогрессивные силы, так скажу. Спасибо. Идею в целом... поддерживаю двумя руками, надпартийная структура, которая объединит всех заинтересованных людей. Спасибо. Меньшиков Михаил, район Дорогомилово, Западный округ. Уважаемые участники данной встречи, я скажу несколько слов, может быть, в не очень, так сказать, вот в радужной, что ли, манере, для того, чтобы как бы настроить на такой лад, очень серьезные, потому что вот этот митинг, на котором многие участвовали 14 мая, показал, с какой системой мы собираемся бороться. С этой системой кавалерийским наскоком бороться невозможно. С системой можно бороться и победить только другая система. Эту другую систему нам предстоит создать, пусть в начальном уровне, в рамках вот этого комитета, о котором мы сейчас говорим. И здесь исключительно важное значение имеет то, что в этот комитет мы должны стараться привлечь максимальное число и политических деятелей, и гражданских активистов, и людей, которые хотят добиваться и работать на благо спасения Москвы. Что мы понимаем под вот этой работой? Благо спасения Москвы вот на данном этапе, на данном конкретном этапе, если сузить эту задачу, мы видим это недопущение реализации вот этого законопроекта, который называется законопроект о реновации. Этот законопроект... Опять же говорю, вот они всеми силами, видите, его проталкивают. Находят все новые и новые обоснования, вот эти обоснования того, что надо это принять, вот такие-то положения вводятся, якобы улучшающие права москвичей, не затрагивая суть, о которой мы уже говорили. А суть, как и в 2017 году, эта суть лежит в земле, в собственность, на землю, в собственность, на общем имуществе многоквартирных домов, включая общее имущество самих домов как таковых. Застройки земельных участков, где не действуют градостроительные регламенты, максимальное уплотнение. И опять же, никто и нигде до настоящего момента не сказал статус земельных участков, на которых будут стоять эти дома, и кому они будут принадлежать, и будет ли это дворовая территория этих домов или нет, или в чьей собственности не будет, и статус самого общего имущества этих домов. Нам пока говорят только о стенах-то, в воздухе внутри этих новых квартир, которые получат эти самые очередники. Опять же говорю, что задача противостоять этой системе мы можем только привлечь наибольшее количество здоровых сил, которые хотят в этом направлении действовать. Я поддерживаю, вот, кстати, предложение Андрея Бабушкина, который упомянул именно Навального. Нравится это кому-то или не нравится, но в данной организации мы должны привлечь максимальное количество людей, за которыми пойдут жители. Мы уже говорили, что опираться в своей работе мы можем только на людей. Вот Андрей Бабушкин сказал, что мы будем разъяснять там политикам о том, что они не правы. Безусловно, это будем разъяснять. Но влияние вот этого разъяснения будет основываться и более эффективное будет тогда, когда эти самые политики, стоящие по другую сторону баррикад, видят, что за нами стоит широкий слой москвичей, которые нас поддерживают, которые понимают суть вопроса. И здесь, возвращаясь к тому, что говорили другие выступающие,
огромное значение идет в разъяснительной, просветительской работе, вот что такая реновация, вот тот мутный гигантский поток, который льется изо всех каналов СМИ, да, о том, что это такая замечательная такая идея, которую нужно реализовать. По сути, она проталкивается, как, вот знаете, раньше шли автоматчики и гнали впереди женщин, детей и стариков, чтобы пройти вот это расстояние. Вот сейчас мы сталкиваемся именно с таким, когда, прикрываясь людьми, которых действительно надо давно было расселить, давно им было предоставить значит, новое жилье их и им семьям, они годами там стоят, если не десятилетиями на этих очередях, это ничего не делалось. И сейчас вот этих людей ставят на передний план и пытаются им как тараном запустить свой процесс так называемой реновации. Федеральный закон, который бессрочно действует, и мы понимаем, что запущенный сейчас, он не остановится никогда, потому что это развязывает руки строительному комплексу. И сейчас, когда мы будем дальнейшего там, участники комитета, или мы все совместно будем разрабатывать какие-то тактические шаги, нужно это учитывать обязательно, что мы сейчас в Москве не только защищаем свою Москву, мы, по сути, защищаем всю Россию, потому что этот процесс, начавшись в Москве, он как раковая опухоль расползется по всей территории Российской Федерации рано или поздно. И в маленьких городах всегда найдется свой маленький микроолигарх, которому будет интересно что-то снести в центре маленького города и там что-то застроить. Поэтому это коснется всех. Перед нами сейчас стоит очень большая ответственность. И в заключение, чтобы не оставить больше мнения, большего времени для выступлений других выступающих, я хотел бы, так сказать, призвать всех очень ответственно отнестись к формированию этого комитета. Потому что, безусловно, будет как масса каких-то амбиций и так далее. Здесь, опять же, вот работа это как на войне. И то, что это серьезное дело, и ответственное, и опасное, может быть, показали нам вот последние события, в том числе и этот митинг, показали, как исполнительная власть умеет запугивать, умеет выкручивать руки, умеет внедрять, соответственно, в любые структуры своих заинтересованных лиц, а за людьми, которые будут вести людей вот в рамках там, работы этого комитета, пойдут десятки, может быть, сотни, может быть, тысячи людей, и подвести их нельзя. Спасибо. Честно говоря, мы, торфянщики, не знали, какая сегодня будет тема, даже не догадывались. Вот, мы немножко как бы вот в другом русле, но в любом случае, значит, по поводу нашего Лосиноостровского района я могу сказать одно, что у нас там жуть, сколько много будет сноситься домов и 5, 9, 12-этажных. Люди подходят к нам, к дежурным, которые охраняют торфянку, и, в общем, большинство в возмущении. Это по поводу реновации. Значит, по поводу того, что у нас в районе один единственный стадион «Красная стрела», и он сносится, его уничтожают, и там будет жилой комплекс. Мы об этом узнали и сейчас пытаемся что-то делать, но, в общем-то, все очень сложно, никто не слушает, никто с нами беседовать не хочет. В общем, короче, район убивают. Но самая большая, вот на сегодняшний день, уже два года, 15 июня 2015 года, вот эта тема наша началась, спасение парка «Торфянка». Это совершенно маленький парк в Лосиноостровском районе. Вот, и, ну, в общем, его подарили РПЦ, причем документы были совершенно незаконно оформлены. Вот, и мы, местные жители, объединились и охраняем этот парк. Это единственный наш маленький парк, который мы все любим, мы соседи, мы там встречаемся, кто с детьми, кто с собаками гуляет. Понимаете, за это время нас избивали многократно. За это время движение 40-40, кто не знает, это рейдерские захватчики, которые работают, собственно, на РПЦ. Избивали, были черепно-мозговые травмы, переломы. Значит, очень много оскорблений. То есть и мы работаем на Госдеп, и, значит, мы ЛГБТ. В общем-то, мы не знали, что это такое. Мы просто залезли в интернет и посмотрели.
посмотрели, что это такое. В общем-то, люди, все имеющие семьи, ну, оказывается, мы ЛГБТшники. Вот, то есть мы устраиваем Майдан, и в итоге, 14 ноября 2016 года к 14 семьям ворвались в квартиры в 6 утра одновременно сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Нас бросали на пол, направляли автоматы на наших детей, на наших матерей. Значит, на нас, на 14 человек, завели уголовные дела по статье 148, часть 1 и 3, оскорбление чувств верующих, кто не знает. Значит, забрали у нас всю технику, были обыски, вламывались в квартиры по 15 ОМОНовцев, там Росгвардия была, там кого только не было, понимаете, какой ужас мы испытали. Вот, значит, ну вот да, мы продолжаем круглосуточное дежурство. Ребята, 2 года через месяц будет. Вы понимаете, что это такое? 2 года круглосуточные дежурят бабушки, которых оскорбляют ЛГБТшниками, понимаете? То есть я, например, не против, собственно, меньшинств, как бы, но мы к этому не относимся. Мы не работаем на Госдеп, но это все распространяется, везде пишется об этом. То есть это такое все мразотное, все такое грязное. И, соответственно, я хочу напомнить, что РПЦ, Господу Богу, не имеет никакого отношения ровным счетом. На Торфянке у нас и мусульмане, и иудеи, просто атеисты, ну, верующие люди, в основном православные. То есть, ну, столько грязи на нас вылито, это просто безобразие. Значит, большое огромное спасибо Сергею Сергеевичу, огромное, Антону Овсеенко. То есть эти ребята всегда с нами, они нам помогают, они нас защищают. Нас избивали, они приезжали всегда, приходили к нам на помощь, вы помогали вытягивать из полиции. На нас строчат вообще... Вы понимаете, вот человек просто вот стоит, к нему подходит, арестовывают полицейские, тащат в участок, потом в суд, сажают на 2 суток в кутузку и говорят о том, что вот эти люди ругались матом. Есть видеозапись, есть подтверждение, как подъехали автозаки, как подлетели к жителям Лосино-Островского района, схватили, засунули в автобусы, понимаете? И есть запись, что никто не ругался матом. Судят за то, что ругался матом. Нам угрожают. Дальше, я хочу сказать, что уже дошло до того, что сотрудники ФСБ приходят к некоторым защитникам парка на работу, к руководству, и распоряжаются, говорят о том, чтобы вот там тот человек был уволен, иначе мы разгромим все предприятие. Людей увольняются. Друзья, к вам большая, я очень волнуюсь, я, честно говоря, просто, в общем, такая ситуация. К вам большая-большая просьба. Значит, так как идет уголовное дело, и нас собираются судить, оно находится в округе, под контролем у Вострыхина, как нам сообщил следователь. Значит, нас собираются судить. К вам большая-большая просьба. Пожалуйста, как только вы услышите, что нас начинают сажать, пожалуйста, постите нашу информацию. Давайте просто проголосуем, кто за то, чтобы учредить комитет спасения Москвы. И все. А дальше будем двигаться. Так, ну... Мы не будем считать, потому что будет подавляющее большинство. По-моему, вот председателем этого комитета однозначно должен быть Сергей Сергеевич Митрохин. Почему? Потому что, ну, просто я пока в нем вижу, ну, главного спасителя. Предположим, я обратилась к Сергею Сергеевичу тоже со своими проблемами. Он приехал к нам в дом. Я пригласила своих жителей. Вышли мои 20 с клюшкой старушек. И теперь мы очень-очень надеемся, что Сергей Сергеевич нас защитит. Вот случилась со мной беда, он тоже защищает меня. Смог вас защитить от этой жуткой. В общем, я предлагаю Сергею Сергеевичу, я думаю, мы за него все проголосуем. Мое мнение такое. Ну хорошо, давайте тогда голосуем. Пожалуйста. Кто за? Ну что за ложная скромность вообще? Спасибо, я вижу, что... Да, спасибо большое. Ну, практически все подняли руки. Против есть кто-нибудь? Давидяк, вы против? Нет, нет. Ну вот, видите. Кто воздержался, может быть? Все. Значит,
Сергей Сергеевич, мы вас поздравляем с тем, что вы сейчас у нас председатель Комитета спасения Москвы. Спасибо большое. Я очень коротко, потому что я очень хочу послушать дальнейшее выступление. Большое спасибо за оказанную честь. Мне действительно вот такой статус очень нужен, потому что когда общаешься с самыми разными вообще субъектами власти, при власти, около власти, под властью, вот, ну, над властью я пока не общаюсь. Вот. Иногда очень важно сказать, что ты не только вот председатель Московского яблока партийности, а что ты представляешь какую-то общественную структуру. Просто я это помню, как это помогало с Комитетом защиты москвичей. Вот. Это нужно действительно для того, о чем сказал Олег Георгиевич Сулакадзе, для чисто прагматических результатов. Просто это крайне необходимо. Сейчас я вижу, как воздух. Вот и Олег Георгиевич. Все, спасибо большое, я постараюсь оправдать ваше доверие. Минжерицкий Сергей Александрович, представляю здесь районы Щукино и Хорошево-Мневники. Кто-нибудь из Хорошево-Мневников есть здесь еще? Ну тогда я вас тоже в некотором смысле представляю, но вы за себя еще скажете. Вы знаете, здесь, начиная с Андрея Владимировича Бабушкина, прозвучала мысль о том, что вот происходят какие-то безумные вещи, принимаются безумные решения. И он сказал о том, что наше руководство, и мэр, и президент вообще не в курсе того, что происходит, они живут в каком-то своем пространстве. Вот, вы знаете, ну, конечно, можно, в принципе, сказать, что это и безумие. Да? Вот я, например, могу тоже со своей стороны в эту копилку безумств добавить свои примеры вот, на уровне там, своего района. Да? Например, там уже ставший притчей во языцах пример строительства господина Виксельбергом высотного здания в парке в уникальном, это Сосновый Бор на Живописной 21. Когда вот покупает какая-то компания, значит, бывшие конюшни для пони, которые в парке катали ребятишек, там какие-то ангарчики, которые рядом стояли. А потом вдруг получается, что они получают согласование на то, чтобы поставить там высотку прямо посреди парка особо охраняемой природной территории, при этом нарушается все абсолютно. Знаете, даже ну, раньше мы привыкли к тому, что у нас отнимаются зеленые территории, вот, но здесь немножко другой случай. Здесь нарушается даже право людей на жизнь и безопасность, потому что когда ставят высотку и согласовывают строительство высотки непосредственно в охранной зоне газопровода высокого давления, в санитарно-защитной зоне, где, как мы знаем, строить просто нельзя, да, это уже за гранью добра и зла, потому что ну, когда согласно всем нормам санитарно-защитным зонам, ничего строить ближе, чем 300 метров к такому газопроводу нельзя просто. Да? Вот. А давится дом в 10 метрах от этой магистрали газовой, тут остается только развести руками. Мы обращались к президенту и в итоге получали ответы, что это все законно. Можно сказать еще об одном безумии, которых на самом деле сотни. Да? Вот, например, у нас есть Серебряный Бор, памятник природы. У него есть охранные зоны, где тоже строить, в общем-то, особо ничего нельзя. Есть определенные ограничения, не больше 20% от площади. Вот, возникает вместо центра водного спорта «Динамо» поселок таунхаусов, значит, где застроено практически 80% площади. Вот, и при этом власть говорит, что все это по закону. То есть мы видим, что значит, безумство множится, безумство на всех уровнях, на уровне законодательной власти, не только исполнительной. Вот этот комплекс безумства нужно как-то объяснить. Вот мы пытаемся как-то это объяснить. Вот. Вы знаете, в этом безумстве, безусловно, есть система. Безусловно, как правильно сказал Олег Сулакадзе, работает система. Система очень простая, она, тут ничего как бы, экзотического нет. Это система, при которой государство приватизировано очень узкой группой лиц, и они от имени всего народа принимают решения в пользу исключительно себя любимых. Да? Поскольку, опять же, речь шла о каких-то исторических реминисценциях, ну, вы знаете, ну, мы возьмем воспоминания того же Сергея Юрьевича Витте, значит, о событиях столетней давности, и он описывает ту же самую ситуацию, которая сложилась у нас просто сейчас. Да? Когда он пишет о том, что дикая перенаселенность центральных губерний,
Когда к царю-батюшке приходят министры, говорят, вот, значит, уже перенесены Москва, Питер, другие города, люди живут на головах друг у друга, особенно фабричные, что в случае чего это просто горючий материал будущей революции, это просто говорилось государю-императору. Государь-император говорил, ну что я могу поделать со своими дворянами? Потому что существовало гигантское дворянское лобби, крупные землевладельцы, которые на месте своих поместьй в крупных городах ставили доходные дома суперплотно, да? И им было просто невыгодно расселение центральной губернии. Они говорили, ну как же, если мы расселим центральную губернию, тогда цена на нашу недвижимость резко упадет, цена на нашу землю резко упадет. Мы не будем получать тех доходов, к которым мы привыкли. Зеркальная ситуация сейчас. Да? Если дело, вот почему, собственно, вы знаете, мы все с юмором относимся к слову спасение традиционно в нашей культуре, когда возникает какой-то комитет спасения, да, возникает улыбка, так сказать, рога и копыта там и так далее, и что-то в этом роде. Вы знаете, вот в этом случае термин слово спасение уместно абсолютно, потому что если ситуация будет развиваться так же, как развивается она сейчас, по аналогии с тем, что происходило у нас 100 лет назад, а просто есть пример, да, эта безумная каста, она приведет страну просто к революции. Накапливается тот же самый горючий материал, который накапливался до 17 года, и он взорвался просто. Когда Собянин нам прямым текстом говорит о том, что в Москве уже сейчас 25 миллионов, согласно данным мобильных операторов, да, вот у нас 25 миллионов работающих симок в Москве, плюс еще Подмосковье, да, а учитывая все амбиции строительные, инвестиционные власти, у нас московский регион скоро потянет уже на 40 миллионов населения. Да? И при этом, судя по той застройке, которая происходит, и по тем реновационным проектам, это будет просто экологическая, сейчас уже экологическая катастрофа наступает, да? Вот. То понятно, что рано или поздно это все полыхнет. Таким образом, просто неизбежно в конце этого вот всего... Знаете, у нас был замечательный народный артист Михаил Александрович Ульянов. Вот, когда у него в 90-е годы спросили, Михаил Александрович, интересно ли вам жить вот, в наше время, такое вот бурное, значит, он сказал, вы знаете, да, мне очень интересно. Мне очень интересно, чем это все блядство кончится. Да? Вот он так сказал, просто я цитирую великого нашего артиста. Чем это блядство кончится, путинско-собянинское, понятно, оно кончится революцией. Вот абсолютно точно. Аналогии есть у нас в истории. Поэтому комитет спасения абсолютно уместен. Вопрос только в том, удастся ли спасти эту всю, значит, касту. Она просто не хочет этого, понимаете, изо всех сил. Вот. Она, ее уже будут нести на кладбище, они будут у тех, кто несет их на кладбище, карманы обшаривать, понимаете? Вот. Такая у них вот натура. Вот. Поэтому, ну, по мере возможности будем участвовать в этом. Дело хорошее, спасибо. Каменский Виталий Викторович, Покровская Стрешнева. Так интересно сегодня мне здесь присутствовать. Так много товарищей и борцов за наши права. Ну, не буду долго говорить о нашей проблеме, о точечной застройке ужасного дома, замечательного района, рядом замечательное Химкинское водохранилище, Зелёный район. И вдруг неожиданно появляется частный собственник, который выкупает по странным документам, но все по закону, здание бывшего садика детского, о котором принадлежал оборонному заводу, потом переходит многоходовыми операциями в частные руки. И потом приходит собственник, говорит, да, мы строим здесь не детский садик, и меняет направленность этого земельного участка и этого здания. То есть превращается из детского садика малоэтажного в 14-этажную гостиницу, апартаменты, очень модные сегодня в Москве такое здание. Ну, не буду рассказывать долго, с чем мы столкнулись. Я хочу сказать, не буду занимать время, понимаю, уже поздно, все торопятся, все устали, еще завтра рабочий день. По практике, с чем столкнулись мы? Я обеими руками за новую наш комитет, созданный за председателя. Обеими руками и наш весь район только за. С чем столкнулись мы по практике? Вот мы писали, все жители стали писать письма во все организации, в управу района, в муниципалитет,
местным нашим депутатам от партии «Единая Россия», которые как бы ничего не видели, ничего не слышали, и были и вообще не в курсе, что у нас что-то будет строиться, и все было замечательно, и выступал префект Пашков, серьезный, такой очень красивый молодой человек, говорит, все хорошо, что вы, я в курсе всего. И через два месяца приходит наглый застройщик, говорит, ну что, если вы будете здесь что-то тявкать, вы жители, мы завтра загоняем сюда технику, у нас все подписано. И мы стали собирать письма, действовать. С чем мы столкнулись? С тем, что мы не знали, куда нам обратиться, куда нам помочь. И таких вот групп, вот как тут все правильно сказали предыдущие выступающие, жители на сегодняшний день так напуганы некой политической окраской какой-либо, да, но все местные депутаты, которые в основном представляют партию власти, да, и все чиновники, все инициативные группы, они их как бы не видят, их как бы бросают, и они вообще не знают, куда им деваться, с чем им бежать, с кем посоветоваться, где помощь инженера по земле, где помощь инженеров по тому, как их дом, упадет он или не упадет, а возможно ли, чтобы кран стоял там 20 метров от дома, или есть какие-то нормы там 150 метров, а можно ли строить рядом с находящимся водоемом, сколько метров, да или нет, и какие там можно делать канавы, и где можно оттянуть и канализацию, и электроэнергию, и как можно вообще помочь обратиться в суд, и как можно попытаться выиграть суд какой-либо в связи с тем, что были допущены нарушения при разрешении на выдачу этого разрешения на строительство всего того, что происходит сегодня в Москве. Вот это как бы я бы очень хотел, слово «сервис» я тоже очень не люблю, но вот эта помощь людям, она нужна. И все вот эти брошенные инициативные группы, они придут к нам, им нужна помощь, они не знают, куда деваться, им никто не помогает. Говорят, а, хорошо, ну боритесь сами, а мы посмотрим, а мы построим. Вот так говорят и нам, а мы построим, боритесь, боритесь. Короче, созданный комитет, обеими руками за. Я могу работать здесь, если вы мне доверяете. А Сергей Сергеевич, я думаю, меня поддержит. Спасибо. Меня зовут Даниил Огневский, я член партии «Яблоко», представляю Басманный район. Я бы хотел, во-первых, поздравить всех активистов, всех членов инициативных районных групп с созданием Комитета спасения Москвы. Я считаю, что все вместе мы действительно сможем остановить уничтожение нашего города. Я бы хотел поздравить Сергея Сергеевича Митрохина с избранием на пост председателя. Но объявление у меня техническое. Вот после окончания вот этой нашей небольшой конференции вы сможете найти в социальных сетях на странице Сергея Сергеевича на Фейсбуке, на странице Московского яблока ссылку на нашу страницу на Фейсбуке. Вы можете, правда, и сейчас найти в поиске, называется «Комитет спасения Москвы», и подписаться. Вот. Но это еще не все. Я потом попрошу у Сергея Сергеевича список всех членов комитета. Вот, да, вот он есть. И также, если кого-то там в списке нет, то я попрошу отписаться мне на Facebook, и я вас добавлю в закрытую группу для членов комитета, где мы все сможем обмениваться мнениями, какими-то новостями и координировать нашу работу. Спасибо. Меня зовут Григорий Семенов, муниципальный депутат, район Черемушки, Юго-Западный округ. Здесь сегодня много говорилось о разных аспектах вот того ужасного слова «реновация», которое вдруг пришло в нашу жизнь, там и о строительных, архитектурных, технических аспектах, экологических. Вот для меня лично главным аспектом является все-таки вопрос о частной собственности. Почему-то как-то у нас не любят таких слов, да? Капитал, капитализм, частная собственность. Слова-то какие страшные. Для большинства людей в нашей стране частная собственность – это там «Газпром», корпорация «Майкрософт». Вот. А квартира 6 соток, ну это так, это личная собственность. Никто, правда, не знает, где пролегает разница между частной и личной собственностью. Они для того эти понятия и были придуманы, чтобы так их двигать периодически, куда надо, когда надо. Вот вопрос о частной собственности, он действительно здесь принципиальный. Частная собственность вдруг стала предметом обсуждения и голосования. Можно проголосовать за чужую частную собственность или против нее большинством голосов.
Ну, можно подумать о том, что ужас, никогда такого не было. Но это сразу вспоминается Черномырдин. Никогда такого не было, да вдруг опять. На самом деле история нашей страны в 20 веке, ну и в 21-м тоже, это история реновации собственности. Мы вспоминаем 17-18 год, 20-е годы, 30-е годы, коллективизация. Ну, а, собственно говоря, зачем ходить так далеко? Вот район Черемушки, в котором я живу, соседние районы Зюзино, Котловка, там, Теплый Стан, Коньково. А скажите, пожалуйста, они вообще на пустом месте возникли или как? А что было здесь до постройки вот этих домов, которые сейчас подлежат реновации? Здесь была пустыня? Нет, никаких пустынь здесь не было. Если почитать замечательные краеведческие книги, можно прочитать, что там довольно плотное было население. Села были, деревни, колхозы, совхозы там, в общем. Ну, в общем, жизнь шла. А потом в 60-м году был принят указ о Большой Москве. Когда в 11-м году принимался закон о Новой Москве, это было всего-навсего повторение пройденного. Уже была Большая Москва внутри МКАД. И этих, жители этих сел и деревень начали реновировать. Мне вот интересно, они как голосовали там, в активном гражданине, в МФЦ? Как учитывали мнение жителей деревни Черемушки, Зюзина, Деревлева? Вот считается, что это для них сделали благо. Надо же, их переселили из деревенского дома в 40,40 метров квартиры, где горячая вода есть. Вот за горячую воду у человека отнимают 1000 метров квадратных и дают 40 в обмен на горячую воду. К сожалению, вынужден признать, что вот жители многих домов, которые сейчас подпадают под эту реновацию, ну давайте скажем честно, мы живем на ворованной земле. Причем неоднократно ворованной. Она была украдена у жителей сел в 50-е годы, а до этого она была украдена в 30-е, а до этого. Если эти дома снесут, на их месте построят небоскребы, то и эти люди будут жить на ворованной земле. Воровство продолжается и будет продолжаться. Вот наша задача не только остановить вот эту волну реновации, но пресечь всю череду реноваций. И это не политическими методами никак не делается. Вот здесь должен быть проведен политический водораздел. Вы частную собственность признаете, да или нет? Здесь не может быть никаких поправок, никаких рассуждений, разглагольствований, да или нет. Вы признаете неприкосновенность частной собственности? Любой, абсолютно любой, а коробка спичек от участков 6 соток до корпорации Microsoft, это все частная собственность, это единое понятие с единым отношением закона к ней. Если вы не признаете эту частную собственность, вам, извините, налево. И мне с этими людьми не по пути. Мне очень странно видеть ту кипучую деятельность, которую развернули товарищи коммунисты. Они то голосуют, то не голосуют, то поддерживают, то какие-то поправки сыплют, то про какие-то общественные блага сыплют. Знаем мы эти общественные блага. Результаты их общественных благ лежат в коммунарке и на Бутовском полигоне. Вот где их общественные блага. Вот так вот. Поэтому здесь решение только политическое. Кто боится политики, ну, бойтесь дальше. Посмотрим, что будет страшнее. Поэтому, конечно, задача не только отвергнуть и добиться отмены этого закона. Задача о том, чтобы сменить власть, чтобы к власти больше никогда не приходили люди, для которых частная собственность гибка и подгибаема. Частная собственность никуда не подгибается. Наша задача – это смена власти. Смена власти в Москве, новый мэр, новая Мосгордума, новая Государственная Дума, новый президент и так далее. Нельзя допускать к власти людей, которые подгибают частную собственность. В конце концов, и их собственность тоже подогнется, и их жизнь подогнется. Ну, так уже было, да? Значит, в 1937 году сначала кто-то расстреливал, а потом их же на том же месте расстреливали. Ну вот так вот, вот такие вот выводы. Так что
Это не какое-то там, не гражданские прогулки с белой ленточкой. Это серьезный политический вопрос. Только политический. И заниматься им должны профессиональные политики. Поэтому я поддерживаю выдвижение Сергея Сергеевича Митрохина на назначение его уже на эту должность председателя нашего комитета. Ну и, соответственно, конечно же, его выдвижение в мэра Москвы. Нам нужно власть менять, а не какие-то разговоры устраивать. Спасибо. Меня зовут Анна Бочкова. Я, так же, как вот наши соседи, представляю район Хорошово-Мневники. Собственно говоря, мы сегодня с моими двумя соседками должны были пойти на встречу с нашим префектом. И совершенно случайно вчера вечером в группе обсуждения, как мы большой группой пойдем туда и будем пытаться, так сказать, противостоять облапошиванию людей, которым наобещали молочные реки в сильных берегах, узнали о том, что будет вот эта встреча, и мы, конечно, сюда никто не звал, мы пришли сами. И у нас, мы даже не знали, что за формат здесь будет, для нас это неожиданно, для меня лично неожиданная приятность, нежели приятная неожиданность, то есть приятного здесь больше. К выступлению я не готовилась, то есть у меня был вполне конкретный вопрос, с которым я приехала. Не уверена, что сейчас стоит на него отвечать, но стоит, по крайней мере, ознакомиться с этим документом всем, наверное, если кто еще не знаком, и подумать, что он означает в дальнейшем. Сегодня вообще как бы озвучены три новости. Новость первая. Сегодня опубликован проект экспертного заключения Совета по президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального закона 12.05.07. Собственно говоря, того самого законопроекта, о котором мы все с вами знаем, против которого мы все хотим бороться. Так вот, это экспертное заключение как бы, ну, внешне, на первый взгляд, отвечает всем нашим надеждам и чаяниям. Каждый его пункт громит этот законопроект. И по поводу вот частной собственности, наступлению на него, и по поводу экологии, да, он тезисный, он не очень глубок, но мне кажется, он написан довольно-таки правильно. И мой вопрос, с которым я шла сюда, я, собственно говоря, его Сергею Сергеевичу хотела задать именно как опытному политику, человеку, бывшему, присутствующему в высоких эшелонах власти. А насколько вообще это может быть действенным документом? Я понимаю, что это только пока проект. Но, допустим, это из проекта станет реальным документом, реальным заявлением там, этого учреждения или, там, не знаю, как организации. Да? Вот насколько это может вообще отменить этот самый закон, насколько это может заставить, то есть это не может ничему помешать. Вот. Но здесь еще важно заметить, что при этом сегодня же Московская Государственная Дума приняла тот закон, который Собянин спешно сляпал и запустил после митинга со всеми этими замечательными там якобы гарантиями. Московский закон о реновации, он сегодня принят. У него есть такое условие, что он вступает в силу, только если вступит, собственно говоря, вот этот самый вот федеральный законопроект. То есть если вот это заключение, оно принятию законопроекта не помешает, то очень важно продолжать борьбу. И только что вот буквально мы увидели в новостной ленте, что помимо этого Мосгордума еще и объявила о том, что они снимают ранее, если не ошибаюсь, Хуснулиным озвученное обещание о том, что очередникам будет предоставляться на выбор три варианта квартиры. Это очень важно все доносить до людей. Очень важно людям, которые искренне верят, что их сейчас облагодетельствуют высокие начальники, доносить, что их собираются обмануть, как обманывали уже 100 лет. Почему люди боятся политики? Да потому что никогда в жизни русский человек не был способен к политике. Ну вот бывшие крепостные, они не знали политики. Скажем так, и пролетариат, и крестьянство, они были вихревым потоком втянуты. Ну, политики они не знали. Они хотели за правду, а их в политику втянули, которую они не понимают. И сейчас люди боятся. Почему? Потому что политика – это осознанная позиция. Политика – это принятие ответственности за свою собственную жизнь, за свои решения на себя. То есть ни на кого валить уже нельзя. Ты должен понимать все, разбираться во всем, сам не лениться читать и так далее. А людям это страшно.
мы вот сейчас ходим по дворам, пытаемся с людьми разговаривать, они слушать не хотят. Нам обещали, а раз вы против, вы вообще наши устои раскачиваете. Вы вообще нам страну решили развалить. И объяснить им, что мы, в общем-то, и в их интересах, это очень сложно. Поэтому я очень рада созданию этого комитета и очень надеюсь, что одной из его функций будет разработка каких-то информационных, грамотно составленных материалов, с которыми можно будет работать на местах, вот с людьми, с которыми работать очень трудно. Вот как раз сделать то, что сделал Ленин, доступным языком написать то, что людям будет понятно. И второе, мне кажется важным, но это, скажем, я бы с удовольствием сотрудничала с этим комитетом, и мне очень важным здесь, кажется, две вещи. Вот после этого самого митинга, по крайней мере, два человека из его организаторов, это Керри Гугенбергер и Юрия Галямина, заявили о создании, о планах по созданию неких организаций, ну, скажем так, по озвученным целям, сходных с тем, что вот сегодня озвучено здесь. Это, в общем, неплохо и нехорошо, это просто так, это нормальный политический процесс, как бы они ни открещивались от политики, это нормальный политический процесс, но при этом нужно учиться с ними договариваться, сотрудничать в каких-то очень важных вещах, приходить к соглашению и совместно выступать с какими-то, ну, действительно важными идеями, решениями. И очень важно, вот здесь вот прозвучало, что то, что сегодня создается как комитет спасения, должен стать еще, извините, комитетом просвещения и комитетом помощи. Именно не сервиса. Я очень люблю слово сервис, это, скажем, сфера моей работы. Но это должна быть помощь. Люди должны знать, что есть этот комитет, куда они могут позвонить с конкретным вопросом, касающимся юридического сопровождения или юридической помощи, технической оценки, всего-всего-всего. И исходя из этого, последнее, к чему я веду, надо решить вопрос с тем, каким образом может финансироваться такая программа помощи. Потому что, ну, я не знаю, я вот здесь неопытный человек, и я не уверена, что большое количество грамотных юристов, там, не знаю, вот технических каких-то специалистов, которые могут что-то там вот оценить, выдать экспертную оценку и так далее, но экспертиза, она вообще стоит денег и немалых. Да? То есть вот надо понимать, каким образом будет и будет ли формироваться такой вот фонд. Я понимаю, что ответа сейчас может быть и нет, но мне кажется, что на это стоит обратить внимание. Извините, некий сумбур не готовилась. Спасибо большое. Очень коротко отреагирую по поводу экспертизы этого принятого Думой проекта сегодня. Это будет первый документ, который мы вывесим вот на том самом ресурсе, про который сказал Даниил Огневский. Уже у нас есть эта экспертиза. Вот. Мы ее вывесим как раз на этом. Вот он объявил, а может быть, написать это здесь вот можно. Невозможно, да? Ну, еще раз потом объявишь тогда. Вот. А что касается созданных структур, мы приветствуем любые структуры. Я Юлию Галямину приглашал, кстати, сюда тоже. Она сказала, что она не может, но в принципе поддерживает эту идею. И мы будем сотрудничать со всеми. Мы не создаем орден меченосцев, как там называли. Совершенно. Не создаем предельно открытую сетевую структуру, которая открыта для любых контактов в любом виде. Хочет кто-то придет. Вот здесь расписывается, как я ее назвал, ведомости, и он тоже член, учредитель, пожалуйста. Вот, не хочешь подписываться, просто присутствуй. Здесь нет никакой вот... Это такая очень гибкая и отзывчивая к любым сигналам из общества система. У меня, надеюсь, будет все достаточно кратко. Район Соколиная гора, Восточный округ. Конкретные предложения. Вот тут говорили о проблеме точечной застройки. Я очень рекомендовала бы тем, кто столкнулся с этими проблемами, ознакомиться с недавним буквально опытом 11-й парковой. Там сумели отбить точечную застройку, к сожалению, после того, как уже вырубили около 500 деревьев. Вот с теми методами, которые они использовали, я очень рекомендовала бы людям ознакомиться для борьбы с точечной застройкой. Второй момент.
Вот совершенно верно уже и Сергей Сергеевич сказал. Кстати, первая идея пригласить Навального была вообще-то им озвучена. Я внимательно слушала. Но и вот последняя идея – опираться и на другие силы. Нет, он уже озвучил вторым. Я сказал, что он был раньше. Да, и что это стоило бы повторить. А вот стоило бы все-таки поговорить. Ну, вот уже было сказано, что и с Юлией Галяминой был разговор, но сегодня она конкретно не смогла. Я думаю, что нашу группу замечательных организаторов прошедшего митинга имеет смысл очень даже иметь в виду, чтобы опираться не на одну только какую-то политическую силу, кроме Яблока, но на несколько, в том числе вот при всех претензиях к КПРФ, которые я вполне разделяю, в КПРФ тоже есть нормальные люди, или, по крайней мере, относительно нормальные. Поэтому я рекомендовала бы иметь в виду поговорить, например, с Еленой Шуваловой, одной из организаторок митинга, депутатом Мосгордумы от КПРФ, с целью вовлечь в актив создаваемой организации. И последний момент. Это скорее уже наполовину идея, наполовину вопрос к Татьяне Иосифовне. Татьяна Иосифовна, к вам вопрос. Вопрос такой. Вот имеет ли какие-нибудь юридические перспективы такой шаг, если дом отказывается от участия в программе реновации в том виде, в каком она предлагается, но, являясь ветхим и аварийным, дом требует расселения именно по старой программе ветхого и аварийного жилья? Вот что может дать такой шаг в юридической перспективе? У меня все, спасибо. Лужковская программа буквально, во-первых, она уже истекла. И оставшиеся эти несколько десятков домов вообще непонятно, каким образом расселяются, так как должны быть наказаны те, кто не расселил вовремя. Она вообще в 2016 году закончилась. И то ее продлевали. А? Не, ну старая программа, открываете, набираете в поисковике «Государственные программы города Москвы». И там они так бегут. Есть такая программа «Жилище», есть подпрограмма. Расселение там аварийного фонда. Понятие «ветхий фонд» юридически отсутствует. Есть фонд только аварийный. Аварийный фонд требует немедленно... Вся эта Илушковская программа, это была лабуда. Потому что аварийный фонд – это фонд, который требует немедленного расселения, а не планирования в течение 15 лет. Ну, ветхий у нас отменено. Оценивается у нас степень износа жилых зданий по ведомственным строительным нормам 58-86-83, вот, с тех пор. И степени там все написаны, 70% износа, уже нужно думать всерьез. Что касается вашей идеи, то я повторяю вам, та программа юридически уже не существует. Насколько, откуда вы знаете, что ваш дом ветхий или аварийный? Вы, ну вообще, откуда? Я знаю, как у нас знают, у меня пол проваливается, сносите дом. Говорят, пол надо менять, ходят такие слухи, я, правда, не уверена. Вот. Значит, только официальное заключение официальных, специальных, уполномоченных организаций, причем свежее, они должны обновляться, является основанием для заключения о степени физического износа здания и что с ним делать. Поэтому шило на мыло или что они там собираются менять. Сначала заключение, пусть пишут, я сейчас буду готовить этот запрос для всех. Там будет написано, уважаемые господа, товарищ Собянин, вы 8,5 тысяч решили снести, потом почему-то их стало 4567 штук. Вопрос первый, почему ты уменьшил, если ты пишешь, что они вот все. И второе, а где можно ознакомиться с тем, что они вот все? Прошу указать совершенно конкретно, где я могу познакомиться с актами обследования и заключениями компетентной организации по поводу вот этих 4567 домов,
и моего в частности. Вот пусть запросят. Дорогие коллеги, соратники, меня зовут Алексей Крапухин, я член партии «Яблоко». Уже около 10 лет я занимаюсь защитой культурного наследия в Москве, защитой старой Москвы, как в составе разных организаций вроде Архнадзора, так и самостоятельно. Знаете, вот последний, не то что месяц, а полмесяца, май, был омрачен аж 4 сносами домов в Москве, старинных домов. Наверное, многие слышали о том, что на Бронной улице 8 мая, в разгар праздников, в выходной день, снесли старинный особняк в центре Москвы, в основе которого дом 18 века. И буквально вчера в Пожарском переулке в Москве снесено 2 дома, точнее, один полностью снесен, и начат снос 2-го дома конца 19-го, начала 20 века, шикарных домов, с лепниной, с, ну, это действительно очень красивые дома. И всем этим домам Департамент культурного наследия города Москвы и эксперты отказали во включении этих домов в реестр объектов культурного наследия памятников. Да, и нам известны лица, которые снесли, но все-таки мне кажется, что ответственность как на тех, кто снес, так и на власти, которые согласуют. Вы знаете, я еще вот начинал защищать памятники при Лужкове, было очень тяжело. Конечно, Лужков сделал свое черное дело, он снес невероятное количество памятников, но была, например, создана сносная комиссия, которая позволяла отстаивать некоторые объекты, исторические дома в Москве, которые не являлись памятниками, и их не сносили. Год назад Собянин ликвидировал эту сносную комиссию. Сейчас, и Собянин, когда начинал, он прислушивался к мнению москвичей, к мнению городозащитников. Некоторые дома удавалось спасти. Например, на Шаболовке вот, нам удалось спасти от сноса Шаболовскую башню в Донском районе. Сейчас же власти не прислушиваются ни к чему, и количество сносов уже превысило количество сносов, которое было при Лужкове. Я вот, честно говоря, вот 8-го не смог вообще никак помочь в спасении этого дома, которого сносили, потому что я был в отпуске в Италии, и там меня не первый раз уже, там меня поразило, каждый раз поражает, как сохраняются там дома. Каждый, даже не самый примечательный дом с культурной точки зрения, сохраняется, и отсюда огромное количество туристов. Представьте, если бы в каком-нибудь Риме, как в Москве, была бы снесена вся рядовая застройка, оставались только бы шедевры. Я не уверен, что там было бы такое количество туристов. У нас в Москве пока еще есть что спасать. Я надеюсь, что создаваемый комитет, он как раз поможет и в отстаивании прав москвичей на историческую Москву. В том, чтобы мы могли бы гулять по старым тенистым улицам, мы могли бы показывать своим детям, внукам в дальнейшем историческую Москву. Но, к сожалению, вот власти московские необучаемы, полностью профнепригодны, департамент культурного наследия города Москвы необучаем, сносят уже, очевидно, ценные дома с шикарными фасадами. Поэтому, конечно, я считаю, что надо требовать отставки как всего департамента культурного наследия города Москвы, так и вообще руководство Москвы. Надеюсь, что и в этом создаваемый комитет это поддержит, и полностью я поддерживаю его создание. Спасибо. Графов Дмитрий, район Марфина. У меня есть несколько практических замечаний. Я совершенно согласен со звучавшими здесь словами о том, что есть масса людей, которые боятся слова «политика», «политический». И если мы хотим быть успешными, если мы хотим, чтобы наш комитет спасения не превратился в пустую структуру, в такую формальную, мы должны думать о политической реальности, вот об этих самых людях, которых мы хотим привлечь к нашей работе. Поэтому мне кажется, что нам в первую очередь надо подумать о внешней презентации, о том, каким образом вот наша инициатива отражается в головах, в мозгах вот этих вот людей, оболваненных абсолютно пропагандой. И выступавшие здесь говорили о таких людях, которые считают, что тут госдеп, ЛГБТ, и они расшатывают страну. Вот первое практическое предложение. Мне кажется, что сразу, чтобы избежать обвинений в какой-то политической корысти, мы должны перед нашим, такая небольшая правка, перед комитетом спасения Москвы поставить слово «общественного комитета». Об учреждении общественного комитета спасения Москвы.
Таким образом, мы показываем, что мы максимально открыты и максимально готовы привлечь всех, кто разделяет наши цели. Дальше. Здесь звучали слова о том, что действительно нам нужно привлекать, во всяком случае, протягивать руку каким-то силам, которые в этом же направлении спонтанно, хаотически действуют. Юлия Галямова, ее школа самоуправления. Но на митинге 14 числа я лично видел десятки групп, которые в районах возникли стихийно. Вот к ним надо протоптать какую-то дорогу, их надо найти, я думаю, это можно найти. Я, например, там вот увидел, что в моем районе есть тоже группа больших активистов с лозунгами, с огромными «Спасем Марфина». Вот их я и там нашел. Но я думаю, что они есть и в Фейсбуке в первую очередь, они тоже там есть. Вот найти этих людей и сделать им предложение, их как-то позвать в наш комитет. Вот. И что еще хотел я сказать? Значит, задача нашего комитета. Вот постоянно и власть этим пользуется, и будет пользоваться. И мы встречаем сопротивление людей и непонимание, в первую очередь, людей, которые говорят, ну, что мы-то хотим переехать из плохих квартир в хорошие. И вот мы там последним пунктом пишем: поддержка москвичей, реально нуждающихся в расселении ветхого и неприспособленного для достойного проживания жилья. Мне кажется, что мы-то вот этим людям, к ним в первую очередь должны обращаться, потому что мы, они в их лице, власть перед нами выстраивает какую-то баррикаду, какой-то таран. Вот мы им должны объяснять, что мы разделяем их цели, их интересы, что как раз мы не хотим, чтобы им шило на мыло меняли. Мы хотим им помочь. Поэтому вот этот пункт в первую очередь надо поставить. Поддержка москвичей, реально нуждающихся в расселении ветхого и неприспособленного для достойного проживания жилья. А потом уже сопротивление градоразрушительной политике Собянина и его команды. У меня в жизни на текущий момент несколько работ. Одна из этих работ называется, значит, парк Торфянка, защита его. Вот 17 июня будет ровно 2 года, как я принимаю в этом посильное участие во всех видах и позах, в том числе в УВД Лосино-Островский по много часов. Это не есть заслуга, это есть трагедия всего того, что происходит. Значит, я хочу еще раз вернуть к эмоциональному выступлению Натальи Федоровой, нас. Значит, еще раз, вот коллега, уважаемая в голубом, мы когда говорили в коридоре с защитниками Торфянки, говорит, ну, к нам власть ко всем вломилась. Нет, на секундочку, я хочу нас всех вернуть. 6 часов утра. Вам звонят в дверь резко, не переставая, и одновременно стучат, значит, кулаками, прикладами и ногами. Представили себе вот эту вот историю? Значит, у одной из тех, кому вломились, в это время Тамара Мальсагова ее зовут, у нее ребенок грудной. Значит, вот она вскочила, в чем была? Ни в чем. Вот у нее болгаркой спилили дверь, ворвались к ней с собаками, с автоматами. Вот она, первый ОМОНовец, который влетел, опешив, увидев, что у нее на руках ребенок. Она швырнула ему ребенка на руки и сказала, вот теперь держи, не дай бог что, я тебя, скотина, посажу. Вот это все у 14 семей было 14 ноября прошлого года. Вот на секундочку. И ни один подонок до сих пор в этой стране не понес никакой ответственности. Более того, следствие продолжается. Исковое, там, вернее, донос мы читали. Лабуда, простите за жаргонизм, о том, что там палатки типа Майдан, там фигурируют там Навальный, Митрохин, все, кого вспомнили, все, значит, и так далее, и тому подобное. Поэтому просто вот грязному доносу сотворили настоящее преступление и продолжают его творить у нас на глазах. Значит, у меня по этому поводу есть непринципиального характера расхождение с партией «Яблоко». Я, будучи ее членом, активистом и сотрудником аппарата,
Я считаю, что эта власть преступна. Партия «Яблоко» так не заявляет, по крайней мере. А я это заявляю публично. Я считаю, что эта власть преступна, и я, дорогие граждане, хочу ваше обратить внимание на старинную русскую поговорку. Потерявши голову, по волосам не плачут. Значит, голову потеряли. А вот вырубка парков, реновации и прочие акции, это уже последствия. Потому что что говорить о депутатах каких-то там Мосгордумы? В 2014 году перед выборами новой Мосгордумы, старая Мосгордума вообще просто сняла с себя все полномочия. Решение у нас в городе принимает президиум правительства. То есть вы понимаете, как это. Собянин с Хуснулиным перемигнулись там, с Лексутовым, там, да, ну что, давай, ломай, ну давай, все, ломай. Все, вот так принимаются решения. Поэтому апелляции там, к каким-то думам, к депутатам, там, они бессмысленны. Понимаете? К чему я это все говорю? К тому, что, по крайней мере, у нас очень скоро выборы в муниципалитеты. Вот мы в Лосиноостровском районе решили идти таким клином. Я уже Лене Русаковой об этом сказал, да, у нас там набралось 6 или 7 человек, мы пойдем там таким вот клином, и партийные, и беспартийные, и все, это вот защитники Торфянки. Да. Я призываю всех мобилизоваться на муниципальные выборы, потому что очень редкие муниципальные депутаты что-то делают. Остальное вы даже забыли, да, я вот вам сейчас напомнил, что есть, оказывается, у нас местные советы, да, даже забыли об этом, никто не говорит, потому что их нет. Давайте, может, их все-таки начнем голову назад-то на плечи возвращать. Вот. Ну и вторая часть марлезонского балета. Значит, я представляю новую Москву, поселение Марушкинское. Значит, я хорошо знаю все, что творится, значит, в новой Москве. Это еще одно преступление. Это, знаете, меня Соловьев в прошлом году на воскресном вечере с Соловьевым, я сказал, что Путин преступник. Я так считаю, я в этом глубоко убежден. Вы что, юрист? Нет, не юрист. Я так считаю и продолжу считать. Кто не хочет заниматься политикой, welcome. Я продолжу, с вашего позволения, ею заниматься. Вот я так считаю, не будучи юристом. Значит, что творится там? Значит, вы знаете, это научный городок, Троицк такой есть. Значит, стараниями Лаврентия Павловича вокруг коллайдера и этого городка были построены леса сплошные. Троицкий лес – это вообще, знаете, достояние из достояний. Там 60-летние сосны, тополя и прочее все. Два года назад посреди Троицка на Октябрьском проспекте у меня на глазах начали валить, спиливать вот эти сосны. Под благовидным предлогом постройки там под станцией скорой помощи. Больше ее негде. У нас маленькая очень страна, как вы знаете. Ее совершенно негде больше поставить. Надо срубить, ну потому что там планы по торговому центру за этой подстанцией скорой помощи. Вот это еще одно преступление. Значит, в новой Москве то, что творится в старой Москве, вам не снилось просто, понимаете? Там просто гектарами, десятками, сотнями рубят леса вообще под дороги. Там происходит то, о чем говорила моя подруга Татьяна Осиповна Овчаренко. Масштабное освоение средств. В громадных масштабах. Там просто, понимаете, вот был лес, а вот его нет теперь. Там будет дорога никому не нужна, эстакады какие-то, развязки там, понимаете. Сейчас, вот сейчас, там бесконечная стройка. Нельзя проехать ни по Боровскому, ни по Киевскому, ни по Калужской трассе. И так на много лет там вперед все это. А в Троицк переедет туберкулезный диспансер, кожно-венерический, там еще чего-то там, городское ФСБ туда собирается вроде как по планам переезжать, построят гостиницы, торговые центры и так далее, и так далее. Вот чтобы вы понимали про реновацию в новой Москве. Это еще одно громадное, масштабнейшее преступление. Одно само по себе стоящее того, чтобы сказать, долой преступную власть. Пока я это говорю как бы в рамках закона. Давайте хотя бы начнем голосовать. И вот таким образом реализовывать этот самый долой. Здесь в основном-то вопрос решается реновации. У меня, лично меня она пока не коснулась. Но я знаю, что она коснется вас так же, как коснулась меня. Другая тема, другая программа. Я оказалась пострадавшей по тем программам города Москвы. Это когда молодой семье, моему сыну, в 2007 году была продана квартира. Трехкомнатная, на его семью.
А вот спустя 4 года департамент подал иск, передумал он продавать нам квартиру, потому что у моего бывшего мужа, у отца моего 35-летнего сына и моего 5-летнего внука у дедушки две квартиры. Правда, дедушка тот одну квартиру покупал до того, а вторую с другой бабушкой. И я сейчас хожу по судам и везде слышу эту мантру. У вас есть решение судов. Это через 4 года они подали иск. Вот с 2011 года решение вступило 2 февраля 2012 года. Я хожу по судам. С 2011 года 42. Решение определения. У меня забрали квартиру. У меня получили деньги в 2007 году. Я плачу до сих пор, уже 10 лет, ипотечный кредит, потому что он был целевой именно на эту квартиру. Я плачу налоги. Я плачу налоги на имущество, естественно, содержу квартиру и все остальное. Прошлый год, через 5 лет, меня пришли выселять. Вот примерно то же самое будет ожидать и вас, если вы согласитесь на эту реновацию. Москва и президент выполнят свои обязательства. Они наштампуют сейчас законов. Но суд у нас независимый. И именно суд будет выносить решение. Я извиняюсь, я на эфир говорю. С кем мне спать? Бывшему моему мужу гарем устраивать или нет? Имеет ли, как будто мы недееспособные, дети мои, и я в том числе, мне хоть 70-й год, но я дееспособный, я не признан недееспособной. Моему внуку сейчас уже 15 будет в сентябре, тогда ему было 5, он сособственник, и он у меня ученик кадетского класса. Прошлый год, когда он получил паспорт с чистой страницей по месту жительства, что он бомж, он в кадетской форме обратился к президенту. Как может собственник квартиры, выписка на тот момент, он до сих пор собственник, и до сих пор еще собственники мы. Но мы не можем ей распоряжаться. На нас клеймо, у нас решение суда. Мой внук обратился к президенту. Почему его... потомка участника Великой Отечественной войны. Я вам потом покажу фотографию моего отца, который прошел войну с первого до последнего дня. Для чего он воевал? Защищал нас от фашистов. А сейчас я хожу, защищаю своего внука от чиновников. И когда это вакханалия прекратится? Я покупала квартиру. Я говорю я, потому что вообще это сын. Для себя, для своего пользования. А получилось, что мы купили квартиру для города. Мы в свое время, в те года, говорили так, за того парня. А оказывается, квартиру-то я купила для того парня. Все, завершаю. Вот это я хотела сказать. Законы сырые настолько, что вы останетесь без квартир, без жилья, без ремонта, безо всего. Думайте, прежде чем подписывать эту реновацию. Еще раз выражаю слова благодарности Сергею Сергеевичу. Он незамедлительно обратил внимание при обращении жителей к нему. Он выехал на наши дома, так сказать, описал нашу ситуацию. Ситуация абсолютно патовая. Дело в том, что в программу реновации не входят вот эти здания. Это здание коридорной системы, не предназначены для постоянного проживания. Туда заселяли людей для строительства Олимпиады, обещая им все жилищные блага. Людей буквально Москву заманивали. Сейчас у нас большое число корреспондентов с утра до вечера, благодаря публикациям известных московских персон. И когда люди рассказывают свои истории, то есть в каждой истории прослеживается то, что людей приглашали в Москву, люди не сами, так сказать, просто, так сказать, из своего желания приехали,
приезжали. Люди работали на тяжелых вредных для здоровья производствах. Сейчас они все глубокие инвалиды. В основном жители этих домов это люди за 50 лет. И последующее поколение это их дети, внуки. То есть в основном вот, все поколение, которое выстроило Москву строительной Олимпиады 80, они все, и в том числе из-за условий проживания, инвалиды. На данный момент, значит, несмотря на то, что в 1997 году было издано 273 распоряжение о непригодности этих зданий для проживания и отселения из них жителей, это постановление города Москвы, оно до сих пор не исполнено. Значит, мы благодаря активистам, жилищным московским, выявили схему, она предположительно мошенническая со стороны чиновников. Значит, это схема подтверждена тем, что в БТИ у домов 5-7 адресов. То есть юристы, которые залазят в городские базы, они видят, что там какие-то непонятные, так сказать, ну, не знаю, как точно выразиться, но систематика непонятная вот с этими домами. То есть в разных ведомствах мы по-разному, так сказать, учитываемся. Дома по документам числятся жилыми домами. В феврале в кадастровой палате их перевели в статус МКД, хотя квартир в домах нет. Вот. Я не буду задерживать внимание, потому что я знаю, что давно, так сказать, мероприятие длится. Но буквально в двух словах сказала, что программу реновации вот, в этот проект, несмотря на то, что два года назад мы были у супрефектов Восточного округа, и именно с нас начинался этот проект, супрефекты Стулов и Шелухин отправили в правительство Москвы и в городскую думу проект на волновое переселение, после того, как я плотно с ними поговорила на тему, так сказать, оптимизации, вот, так сказать, этих помещений. И была публикация в средствах массовой информации. После этого мы полтора года назад пришли на прием к депутату городской думы Звереву, который сказал, что проект будет отправлен в Государственную думу, потому что очень сложна юридическая история с собственниками, чтобы ускорить их выселение из домов, которые, так сказать, ну, предполагались сноситься по этому плану, то есть он сказал, что предложение отправлено в Государственную думу. Весь прошлый год ознаменован волнениями жилищных активистов разных групп. Это ипотечные, так сказать, ипотечники, мы знаем, и, так сказать, вот такой же истории, как семья Любчич, люди. Это несколько сот семей, правозащитник музыкантский этими делами занимается. Это все истории знают с врачами, с педагогами. Это наша история, когда мы захватывали 100 человек в префектуру после того, как мы встретились с Собяниным, отдали фотографии, пришли в префектуру 100 человек, префект отказался нас принимать, вызвали группу захвата, ОМОН и так далее, и так далее. Ну, история преследований не буду рассказывать, она тоже, так сказать, длительная. Вот. Но в программу реновации мы не вошли. Спасибо. Во-первых, я хотел сказать большое спасибо Сергею Сергеевичу, потому что я представляю жителей дома Годовикова 10. Это Останкинский район, Северо-Восточный административный округ. И у нас получилась сложная ситуация. Власти официально нашим домам обещали, на бумаге обещали, письменно обещали, что жители нашего дома переедут в соседний дом по Годовикова, владение 8. Если вы сейчас откроете интернет, наберете этот адрес Годовикова, дом 8, вы увидите продающие площадки, где этот дом стоит. А жителей Годовикова 10 очень любезно с помощью судебных повесток оповестили о том, что они должны переехать в Отрадное, на Березовой аллее, дом 3. Вы себе немножечко представляете, да? Алексеевская и Отрадное. Ну что делать? Людей стали вызывать в суды. Судья делает вот так, закрывает глаза и людей отправляет
в Отрадное. Обращались мы ко многим. Мы обращались к муниципальному депутату от «Единой России», который сказал, что нас облагодетельствовали этим переездом. Мы обращались к главе управы Киржакову. Киржаков пытался некоторое время нам отвечать, пытался нас успокаивать, говорить, что, ребята, успокойтесь, все нормально, вы переедете в соседний дом. Но кроме обещаний ничего не получилось, потому что людей продолжают вызывать суды, людей продолжают выселять. В общем, и Виноградов тоже самое говорил. В результате эти чиновники стали от нас просто бегать. Они не отвечают на звонки, они не являются на встречи. И вчера мы тоже об этом говорили, вот, с Сергеем Сергеевичем. Обращались к Собянину. Естественно, все письма от Собянина спускаются в ДГИ. Обращались к Путину. Естественно, от Путина все письма спускаются к Собянину, от Собянина спускаются в ДГИ. А ДГИ отвечает очень тоже приветливо. А что вы вообще на этот дом нацелились? Езжайте, куда вас посылают. В результате единственный человек, который за нас заступился, это был Сергей Сергеевич. Он приехал к нам и сказал: ребята, я собираюсь с вами в новом доме попить чаю. И мы любезно согласились на его предложение. Теперь мы работаем вместе. Кое-что у нас получается. Надеюсь, что в рамках предстоящего нам всем с вами проекта у нас все у всех получится. И я возлагаю большие надежды на этот проект. Большое вам всем спасибо. По поводу этих 14 несчастных, у которых были обыски. Значит, совершенно потрясающая там есть фраза. В значит, подготовке там пишется записка специальная и в заявлении о том, что надо всех там вот заарестовать. Там было написано буквально следующее, в частности. С умышленной целью возбудить волнение некая Веригина и Овчаренко подали в суд на эту самую, на Ростокинское, это, ну, там, с противоправной целью в дальнейшем подать заявление в Европейский суд по правам человека. Имеем доказательства. Есть у нас. Это первое. Чтобы вы представляли себе уровень. Второе. Там, значит, сверкая глазами, не по этому делу, но по аналогичному, было сказано следующее дознавателям, мне лично. А вы знаете, что серверы у него американские? Я, значит, упала под стул, потом выползла и говорю, вообще они у нас у всех американские, у вас тоже, он сошел с лица. Уровень. И следующее. Я хочу, чтобы вы доносили по возможности до наших людей следующее. Городостроительно-земельная комиссия, которая выдает генпланы на сносы, на привязки, на все на свете, не имеет права это делать. Ее решения все от начала и до конца в соответствии с уставом города Москвы незаконные. Комиссии решений не принимают. Комиссии – это совещательно-рекомендательные органы. Первое. И второе. Президиум правительства Москвы – это антиконституционный орган. Нет такого у нас ни в уставе, нет таких подразделений структуры статусов правительств. Никаких. То есть я надеюсь дожить до момента, когда мы будем судить господина Собянина в прямом смысле слова за государственные преступления. Спасибо. Большое спасибо всем, кто выступал, всем, кто остался. Вот, ну, те, кто не остался, им тоже спасибо. Ну, у кого-то дела, работа. Ну, мне кажется, что выступления, которые прозвучали, гораздо более убедительны, чем мое предыдущее первое выступление. Пока они-то все представляют собой такую панораму, которая очень внятно и четко доказывает, зачем нужна такая структура, которую мы создали, Комитет спасения Москвы. Потому что все это вместе создает картину да, преступлений, конечно, и все время мы говорим о преступлениях власти. И я говорю, но не просто преступления. Вы знаете, власть бывает преступной, но она при этом
реально что-то вообще-то в принципе делает для государства. Вот. Но мы все, конечно, противники Сталина, сталинизма, но вообще-то тогда что-то делалось еще. Еще она была преступной, действительно кровавой. Делалось что-то для государства. Вот. Это власть, воровская власть, тоже очень много примеров в разных странах, и в Латинской Америке, где угодно. Но при этом она все-таки что-то еще делает, она решает задачи. Она что-то внятно может организовать, сделать, потому что она понимает, что если она не будет этого делать, то, в общем, будет совсем плохо, и ее рано или поздно там скинут, сбросят. И поэтому только воровать – это очень опасно. Вот. Нужно выполнять прямые обязанности государственной власти при этом еще. А вот наша власть отличается тем, что вот этого уже все утрачено. Вот она уже, воровство осталось самой главной функцией этой системы, а выполнение прямых государственных обязанностей уже перестало быть даже факультативной функцией. Вот когда-то еще было факультативно, сейчас это уже перестало. И чем, когда вот мне, когда я это все послушал и вспоминали Лужкова, все-таки я хотел бы сравнить Лужкова. Я когда стал вопрос о том, что Лужкова уберут, я всем говорил, слушайте, следующий будет гораздо хуже. Во-первых, потому что мы не знаем, кто это такой. Тогда он еще назначался, ну какая разница в принципе. Но вам дадут сейчас, сунут кота в мешке, Путин спустит. И будет хуже точно, чем сейчас. Хотя все были в полном ужасе, вообще в трансе от Лужкова и так далее. Я говорю, будет хуже. Ну и сейчас я вижу, что это... Хотя вчера меня господин Толстой пытался убедить на дебатах, что как Москва стала европейским городом. Смотрите, что было при Лужкове. Так вот, чем отличался? При Лужкове сохранялись вот эти остатки вменяемости. Они сохранялись. Поэтому можно было добиться многого. Того, о чем говорили в начале, о чем Бабушкин говорил. И Лужков был вынужден после нашего напора и нажима принять вот это постановление 714 о запрете точных застроек. Конечно, они все полностью не прекратились, но резко спал их накал. И что еще было очень важно, все-таки пошли на диалог. Вот создали эту комиссию межведомственную с Кузьмином и стали говорить с людьми, вот, обсуждать с людьми. Это были признаки или проблески какой-то вменяемости. Нынешняя власть это все абсолютно утратила. И то, что здесь говорилось сейчас, с разных концов, с разных ракурсов, я так и хотел, чтобы вот эту всю панораму сегодня представили вы. Совершенно, это все пока, что не история, то какой-то полный абсурд и идиотизм. Родение о переселении, там, о улучшении жителей, их слезы на глазах у единороссов. Вчера мы их видели в этом клубе, который рядом с нами. Вот, как мы все... И при этом ни один из тех аварийных, реально ветхих, разваливающихся домов, которые обещали расселить еще 15 лет назад, ни один не вошел в реновацию. Вот я, ну, я у меня своя выборка. Но мне кто звонит, я с теми, почему я еду. Мне люди звонят, я приезжаю. Это своеобразная выборка по всей Москве. Да и здесь не при этом, я сейчас не об этом. Но ни один вот этот аварийный дом не включен, ни один. Ну это что такое? Это все уже какая-то клиника, больше это по-другому нельзя назвать. Или вот то, что сейчас Владимир рассказал Стрельцов про эту Годовикову, улицу Годовикова. Это еще не реновация. Это вот одна из мелких программ расселения, которая по инерции еще от программы жилища Лужковской. Кстати, худо-бедно, но при Лужкове все-таки расселение происходило. Все обрубило, как пришел Собянин. Все, забыли про эти ветхие общаги, про все это забыли напрочь. А сейчас их как живой щит используют. Смотрите, ну же смотрите, как уже ужасно. Но мы же должны решать жилищную проблему. И их как раз проблема этого живого щита и не решают. Вот. Но возвращаясь к Годовикову, ну уже вы объявили реновацию.
И вы даете обещание всем, что вас в этом районе мы только поселим, здесь мы, и вам тут что-то улучшим, там ваши условия и так далее, и так далее. И вот это все делая, вы отказываетесь отменить решение о том, что с Годовикова, которому обещали прямо в 100 метрах от них расселить, теперь расселяют в 15 километрах. Вот все это вот вы обещаете, и одновременно вы отказываетесь напрочь. Все, ничего такого не будет. Ну, естественно, мы везде это все распространили, расписали, показали, как же можно им верить-то? Вот, они даже хотя бы для виду могли бы уж тут вот в одном случае пойти. Вот, нет, эти шестеренки, они не могут вот так вот быстро менять направление своего вращения. Они не могут, они не в состоянии. Вот, и все это, и я сейчас не буду другие истории рассказывать, все это складывается впечатление, что действительно мы живем в какой-то ситуации, которую не мог описать ни Кафка в там своих романах, вообще ни Достоевский, никто, никакие писатели-фантасты. Мы живем в чудовищном каком-то ирреальном мире с этой самой властью. И что мы делаем для того, чтобы выжить? Мы сейчас делаем самую правильную вещь, которая только возможна. Мы создаем, ну, пытаемся создать на данный момент, да, ну, для этого собрались, работающие структуры гражданского общества. Вот я надеюсь, что будет эта структура работать. Потому что если общество в такой момент, когда власть находится в состоянии безумия, смешанного с криминальными инстинктами и наклонностями, если не будет таких структур, то это рано или поздно вместе с властью и с этой революцией, о которой предупреждал Сергей Минжерицкий, рухнет все вообще. И будет хаос, и на фоне этого хаоса придут просто другие бандиты. А у них эти бандиты уже будут организованные и жесткие. Они не такие будут. Вот. И они сделают вот так, как было в 2017 году на самом деле. То есть повторение сценария. Поэтому мы не просто, да, мы создаем структуру, которая, конечно, будет защищать, конечно, будет помогать во всех смыслах. Андрей Бабушкин, который здесь выступал, он самый активный из правозащитников. В Москве уж точно. Да и по стране, я считаю, он в первой тройке активных. Конечно, мы все эти ресурсы будем использовать для конкретной помощи конкретным людям, решения конкретных проблем. Но еще одна миссия, которую мы, мне кажется, должны выполнять в контексте того, о чем я сказал. Мы готовим общество к тем потрясениям, которые неизбежно наступят при продолжении вот этого всего безумия, вот этого маразма, деградации, вот всей этой агонии, по сути дела, затянувшейся, очень длинной, еще неизвестно, сколько она протянется, в которой пребывает власть. Вот, поэтому... Да, есть оттенок такой. Был комитет спасения, это французская революция такой создавался. Вот. Но такие, они создаются в кризисные времена. Это же слово спасение. Вот в 2004 году не было такого. Защита москвичей, да, отдельные. Ну вот, да, это было актуально. Но слово спасение тогда еще не вызревало. Потому что сохранялись вот эти самые остатки вменяемости, хоть какие-то. А сейчас это слово, действительно, несмотря на его пафосность, оно чрезвычайно актуально. Вот. Я хочу всех поблагодарить еще раз за то, что мне оказали доверие возглавить этот комитет. Как видите, вот ни в одном выступлении, которое здесь прозвучало, вот этих самых даже проблесков какой-либо невменяемости не было. Вот. Люди абсолютно ответственные, здравомыслящие, трезвомыслящие, понимающие все, что происходит. Вот, и умеющие отличать какие-то декларации от реальной работы, я думаю, что мы с вами сможем решить, ну, надеюсь, по крайней мере, все те проблемы, о которых мы сегодня с вами говорили. Конечно, для этого потребуется много сил и времени, но мы к этому готовы. Большое спасибо и успешной нам всем работы.